Bristol Beck, Ригворл. Испытанный и истинный чемпион своей расы, Ригворл совершил неудачную попытку защитить свою землю против нападения Скорж. Со своими уменьшающимися отрядами и неспособностью держать наплыв Скорж, он принял предложение присоединиться к Сентинел. С его жестоким стилем борьбы, основанным на его природных способностях и ритуалистических очищениях, он стал особым союзником в борьбе против Скорж. Not bad. Спиной поворачиваемся, то сейчас будем умирать. Оп, спина. Главная спина. Главное, спина, ребят, стоим спиной и душим. Паш, давай, второй. Найс. Вот так вот. Это что, на вставочку, что ли? Всем здорово, дорогие друзья. Дождались, наконец-таки, гайд на Бристол свинью. Что ж, сегодня мы узнаем, как у него работает нассал, как работает квилтспрей, конечно же, как работает у Бристолбека Бристолбек, и, конечно же, что же такое варпас. Если вам нравится данный контент, ребят, не забывайте подписываться и ставить лайк. Ну а что ж, а мы начинаем обзор нашего прекрасного персонажа Бристол Свиньи. Поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Нассал Го. Да, очень необычное название, будем называть ее просто Нассал. И что же? Смотрите, у нас способность очень простенькая, таргетная способность. Мы можем накидывать ее на оппонентов, на Рошана, в принципе, куда хотите, но ни на Варда, ни на Тавара. Это чисто таргетная на оппонентов. Смотрите, накидываем вот так вот. Плевок такой идет, и у нас уменьшается у оппонента армор, и он подвержен замедлению. Как эта способность вся работает, я вам чуть позже расскажу. Сначала поговорим о основных моментах. Во-первых, что нужно знать, эта способность стакается, максимальное количество стаков — это 4. Длительность данной способности у нас на героев 5 секунд, на крипов 10. Перезарядка этой способности 1,5 секунды, и требуется маны для того, чтобы закинуть один такой плевок. Это 30 единиц маны. Что у нас тут нужно основное еще, ребят, знать? Эта способность, она помимо того, что настакивается, она настакивает еще минус армор. При этом настакивает за каст замедление. Есть табличка вот определенная, вот тут она будет. Смотрите, по уровням тут все просто. В зависимости от уровня прокачки у нас свинья будет снимать армор, и замедление будет, так сказать, настакиваться. И вот максимальное замедление и максимальный армор можете посмотреть вот в этой табличке, сколько можно максимально настакать. То есть на первом левеле при максимальном стаке в 4 единицы это будет 32% замедления, а на четвертом левеле 68% замедления. Это очень много. Ну что ж, переходим к уровням прокачки. Смотрите, на первом уровне у нас снимет за один плевок один армор и даст 20% замедления плюс 3% замедления за каждый плевок, который мы будем настакивать. Напоминаю, что максимум эффекта 4 можно. 4 раза настакать можно. Вот, далее, вторая у нас 1,4 армора плюс 6% за стак. На третьем 1,8 армора снимает, плюс 9% за стак. И на четвертом 2,2 армора, плюс 12% за стак, так сказать, замедление. Эта способность у нас таргетная, поэтому как бы она блочится линкой, но опять-таки у нас КД, не забывайте, 1,5 секунды. И можно вот так вот наплевывать, и мы быстренько накидали, все, у нас оппонент, смотрите, 4 армора у него снято. Это максимально, что мы можем на первом левеле снять, ведь у нас на первом уровне один армор снимается. И максимальное замедление, которое мы могли, так сказать, настакать на оппоненте, мы на нем настакали. На БКБшных юнитов эта способность не работает, но... Не работает, да, и все. Мне очень нравится эта способность тем, что в лейтгейме она заставляет очень сильно напрягать. И можно нескольких персонажей даже, в принципе, держать в этом комбате. Так сказать, не в комбате, а в этом дебафе, можно сказать. Который можно также легко развеять, в принципе. Ну и, в принципе, друзья, это все. Но не стоит забывать, что у этого спелла, по-моему, у него есть память. Сейчас я это проверю и точно вам скажу. Так, друзья, купили мы, смотрите, диффуз на Дума, и сейчас мы настакаем 4 левела Нассала, и, конечно же, сейчас здесь задиспелим, смотрите, у нас получается минус 1-2, задиспелили,
И, оп, нет, памяти у этого скилла, к сожалению, нету. Я просто помню, на Легиона я закидывал, Легион скидывал пресс-атакам, и на него подействовал максимальный эффект этой способности. Видимо, это был какой-то баг, или просто мне так показалось, но эта способность, если вы ее уже развеяли, то она нужно будет, нам нужно будет ее опять снова накидывать на оппонента, и, конечно же, оппонент будет у нас, так сказать, в шоколаде. Мантас может задиспелить БКБ, и, в принципе, это как бы все. Ну, а с даггера вообще это другой эффект, как бы с даггера мы можем вообще откатить эту способность. Но, в принципе, у нас КД 1.5 секунды, это не проблема. Друзья, в общем, вот такая первая способность, пользуйтесь, душите, и поехали на следующую способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Quill Spray. Quill Spray — очень недооцененная способность, многие ребята вообще ни во что ее не ставят и, конечно же, смотрят там урон, что-то 80 урона, ой, я не буду ее качать, что-то мало дамажит и тому подобное. Эта способность, во-первых, стакается, во-вторых, имеет очень жесткий потенциал выигрыша линии на стадии лайнинга в ранней стадии. И, конечно же, в лейтгейме это не менее опасное оружие нашего персонажа, друзья. Основная особенность этой способности — она наносит физический урон. То есть, чем меньше у оппонента армора, тем больше она будет наносить. Но у нас тут первый спелл снимает армор, поэтому, так сказать, все схвачено. Но еще можно добавить какие-нибудь минус армор артефакты, для того, чтобы эта способность дамажила еще сильнее. Но не суть. Давайте прокачаем. Мы уже прокачали хоткей R и нажимаем на буковку R и смотрим, что у нас будет происходить. Смотрите, наши оппоненты сейчас с каждым стаком этой способности будут получать урон больше. Длительность одного эффекта такого 14 секунд. То есть у вас есть время в течение 14 секунд еще раз стакнуть эту способность. Смотрите, как их начинает дамажить. Их начинает дамажить все сильнее и сильнее с каждым вот этим вот плевком. Смотрите, уже смотрите, как ХП у них уходит. Это очень-очень коварная способность. Коварная способность может наша стакаться до 400 единиц урона. То есть, по уровням прокачки, тут она, смотрите, у нее есть инициал дэмэдж, который идет постоянно, и идет стак дэмэдж. То есть, смотрите, на первом уровне 20 инициала и 30 стака, то есть 20 фиксировано и 30 за стак, то есть 20 плюс 30, 50, и пошло вот так вот. Там тык-тык-тык-тык-тык-тык, поняли, да? Примерно идет так, но не стоит забывать, что первый — это не стак идет, первый дэмэдж — это идет не стак, то есть 20 дэмэджа сначала наносится просто этими, так сказать, шипами, потом уже идет 50, потом уже 80, то есть уже по чуть начинает добавляться, по 30 вот этих за стак. То есть первое — это инициал, начальный дэмэдж, а второе — это уже стак дэмэдж, понимаете, да? Чтобы вам было понятнее. На первом уровне я рассказал, на втором 40 инициала, 32 стак, на третьем 60 инициала, 34 стак, и на четвертом 80 урона и 36 за стак. При этом у нас КД этой способности 3 секунды и монокост 35 маны. Ребят, есть табличечка, вот посмотрите, еще одна табличечка очень важная. Сколько раз нужно применить данную способность для того, чтобы развить максимальный урон, а именно 400 единиц. Как видите, на четвертом левеле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 раз нужно завязать эту способность, чтобы у нас, так сказать, стала способность максимальным дэмэджем вносить урон. Не забывайте, что 625 у нас АОЕшка от нашего персонажа, которая может, так сказать, помогать нам стакать эту способность на оппонентов, и это очень-очень жестко. Данная способность, так как имеет приоритет физического урона, ей абсолютно пофиг на БКБ, на репеллы и на рейджи, и на крутилки джаггеров, там и всю прочую вот эту ересь. Очень жесткая способность, друзья, и, в принципе, по этой способности нечего больше рассказывать. Монокосты, КД, радиус я сказал, длительность 14 секунд, КД 3, монокосты 35, и, конечно же, по уровням прокачки вы также все можете понять и посмотреть. Применение все очень просто. Просто бегайте и стакайте постоянно хоткей R, нажимаете вот так вот из памяти, и все, больше ничего делать не нужно. Поехали на третью способность. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже, на нашем Бристлбеке, Бристлбек. Да, видимо, фантазия разработчиков тут закончилась на этой способности, и, конечно же, ее назвали Бристлбеком. То есть спина, 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 свинья, спина, Бристлбек. Ладно, друзья, смотрите, в общем, очень легкая способность, позволяющая нам, нашему персонажу, повысить нашу выживаемость до определенного процента, но со спины и с боков. Да, с боков
также у нас идет, так сказать, невосприимчивость к демеджу. Смотрите, по уровням прокачки все просто. 16% со спины, 8 с боков. 24 со спины, 12 с боков. 32 со спины, 16 с боков. И 40% со спины и 20% с боков. Вам сейчас помогу разобрать, где спина. Спина. Вот. Вот лицо. А вот бока. Смотрите, вот это бока на персонаже. И что ж, весь демедж, который нам будет залетать в спину, неважно, чистый, там какой-то физический, магический, мы весь будем его смягчать в зависимости от уровня прокачки. Что у нас прокачано, на сколько процентов, столько и будем смягчать. С боков также мы будем смягчать. Плюс, при этом, при получении 230 урона в спину, мы будем, так сказать, применять на наших оппонентов иглы, данные уровню нашего второго спелла. То есть, эта способность сама активируется, ее не нужно делать. У нас эта способность так как пассивная, и у нас в пассиве вот эта способность начинает работать. То есть, смотрите, если Лина в нас ультанула в спину, видели, иголки вылетели. При этом я могу еще раз нажать второй спелл. Причем, второй и первый, когда мы их нажимаем, они активируют стики. То есть, стики предмет, да, чтобы на линии было легче стоять. Но третий спелл стики не активирует. Эта способность не имеет калдауна. И каждый раз, когда мы будем получать урон, эта способность у нас будет вылетать. Смотрите, 230 урона получили, вылетели иглы. Я еще стакну. И еще вылетели с получением урона. И еще я стакну. Еще сейчас вылетят. И еще я стакну. Итого мы уже почти максимально настакали второй спелл для того, чтобы наносить 400 урона. И теперь представьте, насколько жесткий этот спелл у нас вместе со второй способностью. Для того, чтобы максимально настакать 400 урона, нужно, чтобы со спины у нас эта способность сработала 5 раз. И чтобы 5 раз мы нажали, конечно же, вторую способность. Тогда мы сможем достигнуть максимального урона, так сказать, со второй способности и начнем жестко душить. В общем, друзья, смотрите, у нас еще есть тут такая приколюха. Вот давайте посмотрим, как Лина нас продамажит в спину. Смотрите. Оп, продамажила, видите, количество полученного урона. И теперь в лицо. Я вам сейчас покажу, насколько сильно смягчает эта способность. И сейчас в лицо. Посмотрите, как это работает. Примерно вы, думаю, видите. Лина, чистый урон у нее тоже смягчается. Как видите, весь урон. Единственное, какой урон не смягчается с третьей способности, это именно уменьшение здоровья. То есть, как херстоппер у Некролайта. В общем, вот такая способность, ребят. 230 дэмэджа в спину мы должны получить, чтобы сработал порог. И чтобы у нас применилась вторая способность данного уровня с помощью третьего спелла. При этом у нас вторая способность опять-таки не уходит в КД. Я об этом уже повторяюсь, но просто чтобы вам было понятнее. То есть смотрите, еще раз показываю. Когда Лина в нас ультует, допустим, мы получаем 230 урона, даже больше, порог ХП. То есть у нас превышен, и у нас вылетают иглы данного уровня. При этом они настакиваются так же, как и вторая способность. С ними можно же, так сказать, ну, взаимодействовать это все. И стак у нас повышается. Очень-очень простенько. Друзья, так как это пассивная у нас способность, то, соответственно, Silver Age может спокойно это отменить. Также, друзья, не стоит забывать, что эта способность, опять-таки говорю уже 30-й раз, работает на все, на магию, на всю хрень. Если вы хотите, чтобы ваша, так сказать, магия, на которую вас применят, нанесла вам как можно меньше урона, то обязательно повернитесь спиной к этой магии, к оппоненту, который на вас кидает эту магию. Допустим, если это Лина, опять-таки, мы должны повернуться к ней спиной, чтобы получить как можно меньше урона. Также это касаемо Мин и Дез Варда, так сказать, Вич Доктора, чтобы по вам меньше залетало урона, вы должны постоянно стоять спиной. Очень легкая теория на данном персонаже. Вы просто стоите вот так вот спиной, накидываете все на оппонентов, накидывают, они вас атакуют, так сказать, вы дефитесь, настакиваете, так сказать, второй с третьим, а потом переворачиваете, так сказать, защиту в нападении. И когда у оппонентов уже хитпоинтов становится меньше, чем, так сказать, у вас, то, конечно же, вы можете уже спокойно начать нападать на оппонентов. Как видите, у нас думы, смотрите, как хапает. То есть я просто бегаю, и срабатывают постоянно иголочки. И, конечно же, это доставляет уйму неприятностей нашим оппонентам. Ребят, вот такая вот у нас третья способность. Очень-очень-очень жесткая. На геймплее вы посмотрите, насколько это круто. Ну а что ж, а мы переходим сейчас уже к ультимейту. Кстати, забыл.
у нашей способности нету никакого времени вот этого порога. То есть, если вы в спину получили 150 урона, если пройдет там 30 минут, и вы получите еще урон до 230 единиц, то эта способность сработает. То есть, у нас нету тут фиксированного времени вот этого стака, так сказать. Этот урон у нас, то есть, получили 50 урона, этот 50 урона будут у вас висеть, пока вам не нанесут остальное. Тогда у вас иголки сработают. Эту тему тоже можно знать. И от колодца иголки не работают, и от тавров тоже они, кстати, не работают. Хотя от тавра должны работать, я не понимаю, почему от тавра не работают. Они когда как, на самом деле. Вообще на сайте написано, что от колодца работает, но от тавров не работает. Не знаю, надо проверить, и я вам четко уже скажу, как это будет работать. Так, ну что ж, проверяем, будет ли от тавров у нас получаться, так сказать, третий спелл. Как я вижу, нет, от тавров не получает. Хотя написано, смотрите, не работает против башен, но работает против фонтана. Но я точно знаю, что против фонтана также не работает. Поэтому, друзья, то, что иногда написано, к сожалению, нужно проверять. Друзья, переходим к ультимейту. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это варпас. Варпас — очень интересная способность, которая дает нашему Бристлбеку МС, дает дэмэдж. Эта способность у нас, можно сказать, стакается, но это не стаки, это заряды. Это заряды именно, которые позволяют нашему персонажу бить больнее и быстрее бегать. Как работает эта способность, я вам сейчас расскажу. При каждом применении, опять-таки, смотрите, мы прокачали уже способность. Хоткей у нас W, конечно же. На W очень легко, кстати, прокачать. И что ж, при том моменте, когда мы заюзаем или плевочек, или второй спелл, на нас вешается вот такой баф. При этом длительность вот этого бафа 14 секунд за одно применение. Если мы один раз нажали первый спелл, то на 14 секунд на нас накидывается вот этот бафчик. Через 14 секунд он падает. И МС, и дэмэдж у нас также падают. Один такой стак у нас дает, смотрите, на первом уровне 20 урона и 3 МС. 3% МС. И стакается до 5 раз. То есть мы уже прокачали на один раз. То есть 1, 2, 3... 4 и 5. Все, мы максимально развили. При этом первый стак через 14 секунд уже упадет. Смотрите. Сейчас. Раз, упал. Два, упал. Три, упал. И 4. То есть у каждого этого стака, который мы делаем, у него есть свой отчет времени. То есть это неправильно говорить, что если вы думаете, что вы вот так вот настакали, смотрите, типа настакали, оп, и все, у нас там уже, мы сейчас просто будем одну кнопочку нажимать и поддерживать. Нет, не тут-то было, это работает совсем не так. У каждого применения есть свой отчет времени, то есть эта способность у нас заряжает на определенное время. То есть, если мы нажали один раз, то с этого момента, как мы нажали один раз, идет отчет 14 секунд, и наш этот стак, он как бы падает. Это заряды. Правильно говорить заряды. Неправильно говорить, что стаки. Но стаки именно на урон и на МС. То есть, можно постоянно вот так вот поддерживаться. Да, безусловно, можно поддерживать эту способность, как бы бегать вот так вот. Да, то есть, будет вот 120 урона. Смотрите, мы ок, и побежали. Очень быстро бегать. Смотрите, у нас всего-то тревела. И по чуть надо будет поддерживать постоянно то время, 14 секунд, которые у нас проходят с момента первого нажатия, так сказать, второго спелла или первого спелла. Очень-очень легко. Ну и по уровням прокачки все просто. На втором левеле 25 урона и 4% МС за стак. И возможность застакать до 6 раз. И на третьем 30 дэмэджа мы получаем, 5% МС за стак и возможность застакать на 7 раз. Очень-очень-очень классно. Я надеюсь, вы поняли, что это заряды, ребят, а не стаки данной способности. То есть каждое применение способности у нас имеет свой отчет. То есть как мы нажали второй спелл, через 14 секунд наша способность помнит, что мы нажали 14 секунд назад эту способность, и этот заряд она заберет. То есть неважно, сколько вы еще после этого понажимали кнопок, у вас постоянно будет эта способность варьируется. Господи, я надеюсь, я досконально вам объясняю, что это, блин, вот она работает не так, как вторая. Допустим, вы настакали, и вы можете вторым спеллом поддерживать. А тут нужно постоянно поддерживать. То есть каждое применение через 14 секунд, так сказать, теряет этот заряд, который дает нам ультимейт. Вот сейчас, надеюсь, вам было, ребят, понятно. В общем, эта способность позволяет нашему герою быстро перемещаться и очень быстро, так сказать, вносить урон. Смотрите, мы сняли там армор, оп, и все, у нас 140,
140 урона, и мы душим с руки, еще при этом можем иголками наносить очень много урона. Классная способность. И наша свинюка, кстати, вот это у нее как жопа загорается, да, и эффектом такой, он постоянно будет быстро бегать, и это реально круто. То есть можно вот так вот, так сказать, обновлять заряд наш и душить. Но также сказать можно, ребят, эта способность реально очень крутая. Она позволяет как и в лейте разнести с урона, так и бегать по драке, как бешеные жучки. Но вы посмотрите уже это на геймплее, как это работает, друзья. И, конечно же, я пожелаю вам приятного просмотра. Катки вышли очень жесткие, я их уже записал. Теорию я пишу в отдельный день, потому что, чтобы записать теорию, нужна свежая голова, чтобы не было никаких тупников, и, конечно же, чтобы речь была чистая, и чтобы рот полыхал прекрасными дуновениями отличных свеженьких растений. Отлично сказал, спасибо, Азиас, теперь я не буду кушать, хотя я постоянно кушаю под твои гайды. Найс, ребят. В общем, пожелаю всем приятного просмотра, спасибо, что смотрите меня, что остаетесь со мной, что лайкаете, что подписываетесь на канал и смотрите и ждете свои гайды. И сейчас я вам подарю 3 каточки, 2 из них изи, ну а одна вот такая вот, ля, фу, не буду лучше, иди в зал, Азиас, опять ты такой слабенький, между прочим, я 50 раз подтягиваюсь. Добрый вечер, в общем, друзья, не буду томить, поехали. Томи СХ, где был? Чему на стриме не был? Так, друзья, ну что ж, берем свинюку. Что я обычно беру свинюхи? Строго. 2 мангуса, СВ, и вот примерно с таким билдом мы идем душить. Ты кто же еще? Где был? Я не играл. Идем на хейл. Кого? Кого? О, так был же. Где был-то? 15 по МСК каждый день же. Я хейл иду, ребят. Так, ребят, что ж, постарайте наши свинюшки, конечно же. Понял. Что там, ЕС взять? О, отличный пик для нас, вот он, Рикимару особенно. А-а-а, ты говорил. Все, вспомнил. Он же писал. Норм, все. Цел, жив. Пар. Хорошо. Удачи в игре. Ребят, в общем, смотрите, что мы будем делать по игре. Я только что искупался, я самый свеженький в мире, и, конечно же, я очень хорошо пахну. Шампунь же Масенба. Скажи, перхади. Кузьмин курбит полос хунбэ. Вот это вот пар. И все. Что, что нам нужно сделать по страте нашему герою? Мы, конечно же, будем стоять нижнюю линию. Сейчас посмотрим, что у нас будет по линии. Если что, докупим стечок. Жаль, что, короче, нету у нас тут оппонентов. Потому что свинья может с самой первой секунды душить всю линию. Блин, а Слардар, лучше Слардар пусть топ идет. А, я понял, почему. Типа у свиньи фарм забрать можно. А, я понял. Со Сларком что делать? А у меня что ты забыл? Нет. Ладно, будем стоять фармить. В общем, свинья это такой герой, который с первых минут может очень сильно агрессировать. И примерно вам покажу, что можно будет тут делать по геймплею. У нас жалко тут Слардар. Фарм будет забирать весь. Да. Выйди. Все. ДНД пишем. С первой минуты, но тут, видите, что-то походу оппонента одного нету, да, на линии. Еще и Слардар пришел фарм забирать. Поэтому вообще все оверплохо. А вот на топе нам бы хорошо стоялось. Иногда можно попытаться иголками подобивать немножко. Но, в принципе, ласхит у этого персонажа простенький. И хотелось бы поговорить, кто контрит у нас этого героя. Давайте немного поразминаем, пацана. Так, аккуратненько. Оп. Ой, какая фиссура. Но у нас есть еще достаточное количество времени. Ля, ЕС забрал. Вот так, вкачиваем третий, друзья, и будем с третьим тут стоять. Там гусик мы один скушали, еще один докушаем. Не знаю почему, но, видимо, так надо. И дальше продолжаем фармить. Хочу стик очень сильно, себя акуры нету, да? А не, ЕС просто она улетела. Хорошо. Хорошо.
Есть у нас времечко. В общем, свинюка это... Это жесть, что за герой, вы просто не представляете. Вот тут, к сожалению, потенциал я не могу показать из-за Слордара. Вот я бы был бы рад, если бы Слордар ушел с этой линии. Но он, ему некуда идти, он, видите, он взял топорик, он хочет фармить. Я бы просто против двоих изи стоял бы тут. Мне нужно срочно принести свои айтемы. Смотрите, CC. И вот так вот. Хорошо. Чуть-чуть линию сейчас попустим. Опа. Слордарчик поймали. Можем аккуратненько поднастакивать. И тут, конечно же, нам помогут наши мангусики, ребят. Сейчас можем сделать вот так вот, как они сейчас идут. Даблкил можем сделать, в принципе. Тамана кончится у нас. Оп, один есть. Нажимаем мангусик, оп. Вот этого парня сейчас тоже убьем. Сейчас нужно будет мангусик нажать. И аккуратненько тавр подтанчиваем спинкой. И вот так даблкил. Хорошо. Мангусик нам помог сделать красивый даблкильчик, друзья. И поэтому... ман без манга, свинюка, конечно, это такое себе. Такое себе. Если тут будет жесткая интересная катка, если нам, за нами будут бегать десятером, то это будет очень круто. Друзья, я обычно редко беру вот этот спел первый на ранних левелах. Я обычно беру третий, но рекомендую вам брать первый хотя бы на раз. Ну, на восьмом левеле я возьму его первый, потому что... Ну, на восьмом левеле будет нормально. Если честно, сейчас не вижу смысла тут замедлять, тупо ману тратить. Поэтому как-то так. Вот, ну, я лично вот качаю 2-3, 2-3. На шестом ультимейт беру, на седьмом беру второй. И далее потом просто выходим одно замедло и все. И все будет пушечкой. Ребят, что далее будем делать? Сделаем фейзы. И сделаем ВГ. Наша свинюка очень интересный герой. Мне он очень нравится тем, что может на 85-й карте. Эта свинья намного сильнее, чем на 83-й, друзья. Ой, какой баш у него вылетел, прикиньте. Ля там на топе заварушки. Соревнования вот эти со Слордаром играть не очень хотелось бы. Ну, не та линия, что, видите, Слордар пришел тут. Как бы, понимаете, да? Типа, ну, ему нужно фармить, но он в ХЛе не должен Слордар стоять. Он должен выходить на четвертую позицию. Тут... Что контрит свинью, спросите вы? Очень сильно контрит Сильверейдж и стики. На ранней стадии игры стики просто жесть, как контрит этого героя. И, ну, на самом деле ему очень непросто так приходится, если там есть какие-то персонажи, которые могут напрягать этого героя. Типа, вот знаете, как Легион может нас лицом развернуть. Очень неприятно будет, конечно же. Ну и все в этом роде, друзья. Сильверейдж, конечно, очень сильно контрит. Нас вырубает просто все, что можно. И, конечно же, нам потом очень плохо. Слордар, конечно, блин, мешает мне жесть по-страшному. Хочется подфармить. Но не дает парень. Слордарчик. Наш Слордарчик. Хорошо, что у нас есть еще один мангусик. Сейчас апнем пятый. Можно будет, наверное, прогуляться, друзья. Не хочу под тавр забегать за ЕСом. Можно вот так аккуратненько поднастакивать, следить за стиками. О, хорошо. Вот так вот делаем. Бара может сейчас... Не бара, а ЕС у нас сейчас тут может потеряться. Я не хочу. Вот так вот сделаем. Оп. И бара тоже потеряется, кстати, тут. У нее нет урны. Нет урны. Но если убьет Слордара, будет урна. Отлично. Бля, настакиваем просто и душим, братцы. Вот она сила. Вот она сила нашего героя. Просто настакиваем и душим. Те, кто к нам не приходит, все умирают. Не забывайте, что это у нас физика, поэтому, друзья, чем меньше у оппонента фармора, тем лучше. Да, Слордар максимально выжимается, чтобы пойти на базу. Вот хитрюга, да, друзья? Так, ну что там? Овнят. Овнят, пацаны, да? Овнят. Сейчас мы как возьмем тут вот эту штучку. Ну, жаль, на ТП-шку нам не хватает. Нога так не вовремя зачесалась. Я так я люблю, когда ноги чешутся. Мыться не пробовал. Так я только с душа. Я сочненький, пахнущий. И, конечно же, Жумайсон бы, ребят, помогает мне. Жумайсон бы отличный, так сказать, компонент душевой продукции. Да, там все фидят. Да что за такое? Пофидить, что ли, для них? Немножко. Можно еще один мангусик, друзья, принести. Маны у нас немного. Давайте манго принесем. Возьмем ТП-шечку. Вдруг на нас
Выбежит какой-то ганг, и мы будем не готовы. Ну и щиток, кстати, свинюки на ранней стадии игры тоже можно взять. Но вы как видите, я играю без щитка, конечно же, в начальной стадии игры. Потому что, в принципе, меня с руки не бьют, я крипов на себя не агрю. И все очень-очень хорошо. Но нам по-любому нужен будет все равно щиток, потому что мы будем выходить в ВГ. Ну там, смотрите, кому как удобно. Я вот сейчас щит докупил, хотя он мне в принципе не нужен. Меня никто не бьет. Все думают, что свинья это такой герой, которого, типа, ну, в драке убивать не нужно. На самом деле, свинью очень тяжело убить и желательно убивать, потому что свинья реально очень тяжелый герой. Так, хорошо, драка начинается. Ну, Слардар у нас, парни, накинулись. Хорошо. Мы сейчас вот так вот сделаем. Ладно. Эх, не забрал. Я рассчитывал, что Рики заберу. Поэтому под Т-шку побежал. Оп, хорошо. И на ту линию, ребята, пришли, чтобы свинюку загангать. После ВГ что будем делать? Жаль, что тут игра, походу, будет изичная. Поэтому, наверное, вы даже эту игру не увидите. Но если она будет, эта игра с камбэком, это будет очень хорошо. Будет очень хорошо. Манго пока не жрем. Манго будем жрать тогда, когда нам это будет нужно. Знаете почему? Потому что, когда это будет нужно, тогда и будем жрать. Да, Слардар. Ой, какая у нас тут комбинейшн. Ладно, жрем. Хорошо. Можно было Слардару помочь, но я же крыса. Берем первый разочек хотя бы. Гуру Магас, ребят. Возьмем манку заодно. Чтобы не таскать ману, в принципе, ребят, можно закупиться 2-3 манки, сразу взять и душить. Кстати, это был, так сказать, тактический фит со стороны Слардара. Я специально его отдал Слардару. Хотя мог по КД жать второй, чтобы Слардар забрал фраг. Чтобы у него все было намного лучше, чем сейчас, конечно же. Но это, конечно же, не по-нашему. Ждем ВГ. Пацан, вот этот на Рикимару. Кстати, Рикимару второй замаксил. Опа. Настакиваем сразу. О! Оп, стапабл. Оп, пошло дело. Стакиваем первый. Стой, это мой фражочек. Ля, инвокер забрал. Инвокер забрал. Вот она вам, агрессивная игра на свинье, братцы. Ля, инвокер забрал мой фраг. Свинья очень опасна. МП можно? Нет. Нет, мне нужно, бро. Мне тоже надо. И фражочек забрал. Хорош. Радует. Я Б, правильно? Я тебе всю ману не смогу восполнить. А вот В поход на базу, это, конечно, будет хорошо. Ребят, есть такая тема, что если свинья, значит, блейдмейл. Ну, не всегда, ребят. Не всегда обязательно собирать блейдмейл. Сразу же первым айтемом рашить. Если у вас идет хорошо фарм. Вот у меня сейчас фарм идет идеально. У меня есть такие слоты, которые позволяют мне жить просто нереальное количество времени. Конечно же, я выфармлю Радиенс. И с помощью Радиенса я смогу, конечно же, выфармить фастовый Октарин. А когда у нас будет Октарин, вы увидите, насколько этот герой жесткий. Просто с покупкой Октарина. Это будет жестко. Третий раскачиваем. Это будет жестко. Так, Слардар там на централе. Давайте пока лесочки погоняем. Хорошо. Панчик. Кайп. Что такое кайп? Хорошо. Аккуратненько подфармливаем. Можно иногда вторым подспамливать, чтобы стак у нас накапливался. И было хорошо, чтобы быстрее побежали, быстрее били. Ну как быстрее били, вернее больнее били, не быстрее. Неправильно будет, скажу. Быстрее били. Ой-ой-ой, бля, только ману закинул. Сразу же так спиной поворачиваемся, чтобы нам кнопки не залетали. Воу-воу-воу-воу-воу, ребятки, полегче. Спиной сразу поворачиваемся и душим. Спиной, строго спиной и душим. Да, смотрите на фантом. Оп, достаю. Ну, достану сейчас. Хорошо. Это мои клиенты. И Рикимару тут как тут. Ля, он там прыгнул на кого-то. Это свинюка, братцы. О, еще и Бара. Он может... А, не может.
А я могу. А, нет, не могу. Надо мансануть тут. Оп, смотрите, как мансую. Он думает, что я прямо побегу, да? А я побегу в другую сторону. Оп, оп, все, найс, отмансили. Че будет ЕС, и чаржи всякие от бары будут. Ля, четко. О, живем, хилимся, живем. Нет, пожалуйста, я еще молодая свинья. Я еще молодая свинья, пожалуйста. Эх, эхо слил. Вы прикиньте, если бы он эхо не слил, пожадничал, я бы еще и убил. Жесть. Ля. Но я еще молодая свинья была. Мне нельзя было умирать. Но они меня зарезали. На шашлик пустили. Хрюкнул. Хрюкнул. А такие, конечно, ситуации. Ой, манка. Хилочка одна помогает. Жесть, задушили, да? Я мог. Видели, как жил я? Жил с помощью третьего. Спиной повернулся, дэмэджа 0. Это особенность данного персонажа, друзья. И этой особенностью нужно пользоваться. Всегда по возможности старайтесь повернуться спиной и просто стакать вторым. Не обязательно бить с руки. Бить с руки нужно только в те моменты, когда вы чувствуете, что это может вам помочь. Реально. Ля, я как просто как крыса как это разговариваю, да? Настоящий. Так, берем хилочку, тпшечку и погнали. На центральную не будем идти, пусть ребята там фанятся. А мы, конечно же, пойдем на нижнюю линию, чтобы дофармить сакрет. Линию толкнем, и как обычно к нам десятерон попытается прийти, и мы их задушим всех. У нас есть сейчас хилка, которая, возможно, поможет нам сделать вот доту. Вообще, свинья это всегда вот дота. Все думают, что сейчас мы его убьем, а на лоу хп, а когда у него Октарин, сразу все обкакиваются, потому что наш персонаж отхиливается просто неистовой силой. Жесть как. Это жесть как. Так что, ребята... Персонаж очень сильный, недооцененный. Никогда не стойте на этом персонаже АФК. Берите два мангуса, по возможности стакайте, бегайте и поворачивайте спиной. И все. Вы сможете добиться успеха. Спасибо, друзья, что смотрите. Спасибо, что лайкаете эти видосы, которые я для вас делаю. Каждому, ребят, респект. Ну и отдельное спасибо, кто, конечно же, подписывается. Это прям, ну, верх удовольствия, так сказать. Ребятки подписались, так сказать. Вот так вот надо сделать. Ой-ой-ой. Ля там. Вот этого, кстати, можно задушить. Вот так вот с руки. Пока есть хп. Оп, накидываем. Оп, накидываем. Есть, стакнули. Сейчас фейзер катится. Ля, не дает просто. А, там дагер еще. Жесть. Ой, я в крипа кинул, да? И что, сдохнуть? Хорошо. И убегаем. Через тэшку сразу хилочку накинем. Отлично. И живем. Догнали таки. Наша свинья не прощает, друзья. Можно еще крипов на развороте тут пофармить. Ля, сколько крипов. Ля, я крыса. Хорош, ману восполнил. Найс. Там все в рассыпуху просто от этой свиньи. Оу, да. Надо бейте. Надо бейте. Слишком много их. Слишком много. Я не буду сильно танчить. Опасно, слишком опасно, друзья. Мана немного. О, отлично. О, тут Рики. Ля, забрал реген. Прикиньте, как оно. Кстати, можно подстакивать эншентов. Эншентов будете стакать, будет у вас все хорошо. Оп, го, ману восстановили. Побежали на низ. Инвокер, надеюсь, сфидит. Сейчас убьют его. Хороший инвокер. Тактический фит. Он здесь. Он всегда с нами. Пусть. Хилинг спри. Это я. Да, Рикимару. 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 Рикимара. Мне на радиенс, парни. Пожалуйста. Сейчас, если сделаю радиенс, это вообще жесткая тема. Как же овница, да? Кто там зверь? Локверк 04 написал ФП, но, видимо, чувствует, что не смогут они тут потянуть эту свинюку. Выделяй темы и в шоке пишут по свинише. Ну, блин, еще рано, ребят, еще рано. Нужно в лейвгейм-то выйти хотя бы. Так, есть радик, все, можно умереть, в принципе. Банку. Все, погнали. Прости меня, никнейм у парня. О, Барби же. Испугался. Не-не-не-не. Парень так не пойдет. Ест, он убивает. Молодец.
Камбудская, так сказать. И профит на этих крипов тут фармит на самом деле, потому что они очень жирные. Можно стакать вторым, но я кинул себе манку. Так, на топ ТП-шку. Блин, я так куру часто таскаю. Жесть. На топе там уже подфармливает сларк, да? О, брат, МП. ПС. Хорошо, ТП-шечку и погнали. Я иллюзии заблочил. Йоу, задушил. Так, сейчас клэпнет же, что ж ты подходишь. Бля, он сетку прям не портает. Что-то кашляно. Мне можно? СПС. Сейчас задушим. Я слардар заряженный в троечку баш. Хорошо. Теперь голеса гонять. За егой. Так, ману восстановили. Сейчас вот тут стакаем вот так вот. Бля, мы как крысы поступаем, да? Там драка пошла, да? Бля, драка пошла. Бля, вы шо, ребята? Вы шо, так фидить нельзя? Бля, вы что-то умрете сейчас, товарищ Баратру. Радик пока выключим. Радик включим. Забрал фражок мой. Можем догнать, в принципе. А, там тэшка. Ладничка. Так, внизу фарма, смотрите сколько. Давайте вот тут крипов заберем. Внизу на ТП-шку сделаем. 8 секунд, и мой тиммейт туда полетит. Я сам заберу. Надо Октарин дальше, ребят. Октарин — это дальше ГГ, все. Это конечное. Я буду просто неубиваемой свиньей. Просто свинья всех свиней. Просто свин-свиночек будет. Свинопас. Почепой будет просто. Вот. Let's go. Жалко маны немного. Ничего. Солбустер решает проблемы с маной. Подеремся. Плюс жалко маны только нет. О, почепой. Привет. Бля, пол лица просто. Опа, вот он. Таверночка. Почепой. Поняли, да? Отстань, я не бизнесмен. Отстань, я не джентльмен. О. О, найс хук. Not bad. Спиной поворачиваемся, то сейчас будем умирать. Оп, спина. Главная спина. Главная спина, ребят. Стоим спиной и душим. Ваш. Давай, второй. Найс. Вот так вот. Это что, на вставочку, что ли? Ого-го. Еще Рики бы убить. Пульту не вкачал. Рикимару, выходи. Эх, жалко, да? Бля, все погибли, там просто не поняли, что произошло. Я сам, если честно, не понял, что произошло. Эх, жалко. Жалко, да? Пойду солбустер куплю. Это меня задушит. Жесть, они просто убились. Разбанили уже, конечно. Что? Я ж гайдер. Гоу. Дофармим. Айтем. Меня банить нет смысла. Я же гайды пишу сразу. Видно игру. Как плею. Так, стакаем. Бля, там челы задушились, чуть-чуть до рампашки не хватило, да? Давайте купим дасты на следующий раз. Да. В следующий раз так, ульт вкачаем. Хорошо, ульт есть. Бля, там ребята дерутся, да? Пойдемте поможем.
Тасты летят. Я бегу. Кто там еще? Ес живой, да? Ес мертвый уже, по-моему. Слаг. Минус 3. Дабл килл. Почипой, говорит. Хорошо. Я, если честно, не понял даже, как я сделал ультракилл. Я просто повернулся спиной и все. Вылетает третий, вылетает второй. Там чуть-чуть только, да, по времени. ГГ. ГГ. Интересная игра такая, знаете, красивые моменты на этой свинюке. Получается всегда. Свинья это всегда шо-дота. Свинья это всегда шо-дота. Да, крепочки нанизу. Как раз сейчас инвокер себе ману тащит, я нафармлю себе. Тарин. Есть тастики у меня, на всякий случай, чтобы парень на Рике не наглел. Отдал рэмпейдж таки. Дал таки рэмпейдж парень на Рикимару. Потому что это заслуженно. Свинюке рэмпейдж нужно делать, ребят. Свинья это такой герой. Остается копеечка лютая. Сейчас попробуем тут добить ее. Хорошо. Секуру. Надо, чтобы вся команда умерла. Я в драку пришел такой, типа, лукайте, я пришел, да? Все, есть Акторинович. Для 23 минута на Акторина, это очень круто. Очень круто. Надо, чтобы пацаны жесткие дали им отрыв. Команде. А я такой со стороночки. Опа-опа. Все, Акторин есть. Сейчас будем показывать вещи. Меня хилит с Радиенса, меня хилит со второго. Сейчас я очень-очень-очень сильный. Можно даже 1 на 5 попробовать пойти. Но если был бы Аегис, было бы намного как бы увереннее. Видим. Можно забайтить, типа я дурачок, повернуться спиной, и там все убиваться будут просто. О, вот так вот что ли забайтить. Да. Ля. Ля. Дайте мне. Дайте мне рампаж, парни. Ля, вы извращенцы, конечно. Жесть, не дают. Дают трипл, но не дают. Дайте рампагу, вы чё? Можно дальше некстом эту тараску замутить, и все, у нас уже просто смерть будет. 0 киллов, у тебя 11. О. Столько стараний. Тут рэмпейдж нужно сделать в такой катке. Я чувствую, что эта игра полностью наша. По крайней мере, пока что. Давайте подфармим свои тараски. Тараска еще будет жесть. И я обычно заканчиваю вот этот билд, который у меня сейчас есть. Я его заканчиваю обычно лотус-орбом. Потому что лотус-орб позволяет направленные способности все просто игнорить. Really. И это реально очень-очень круто. Позволяет нашему герою просто невозможно. Невозможно быть, так сказать, уловимым. Наш герой просто становится по факту неуязвимым тем, что на него, что ни накинь, он все это откидывает и делает очень-очень-очень неприятно в драках. Реально очень круто. Фармливаем тараску, друзья. Без тараски нам нельзя. Ля, подфармливаем тараску, друзья, без тараски нам нельзя. Вот так нормально. Отлично. Это как типа дизарм кончается, лицо ломается. Понимаю. Я, в принципе, если 1 на 5 их забайчу, мне кажется, я могу попробовать. 1 на 5. Главное, чтобы мана была. Пойдем стик продадим. Рикимара. Здравствуйте, Рикимара, товарищ. Жесть. Рикимара. Товарищ Рикимара. Гем взял Сларк. Скади, Лотер, Сейдж. Покупаем сейчас Ресипи. Ой, Ресипи. Мистер Шмидт Ривер. Хорошо. И поехали. Почти есть Тараска.
Я хочу, чтобы парней наказали. Я пойду лес фармить. Тушите. Я пошел леса гонять. Я хочу, чтобы моим дали отпор хорошенько такой. Я зашел потом, показал, что свинья может, когда просто стоишь спиной. Реально там жестко такие мобы будут. Тушите. А завтра раз. Хочу Тарасов поделать. Свинюка намного приятнее герой, чем тот же кентавр. Вот, ну, по мне, вот вообще прям. Кентавр не то. Вот свинюка это реально пушка. Это пушка. Свинья это реально классный герой. О, слардарница сломали. Хорошо. Пацаны там бегают, у Клока там огонь, кстати. Сейчас уже Тараска будет. На 28-40 будет Тараска. В теории. Пара сейчас сфидит там. Не могут Сларка победить. Что там за руна будет? Хорошая руна. 28-40, ребят, чекайте. Раз, два, три. Оп. Задушиваем вот эту. Такую дерьмо все. А что тут у нас? Ничего не резнулось, что ли? А, Last Creep остался. Там. Так, 28-40, да, ребят, по таймингу? Но я за свои слова стараюсь отвечать всегда. Интересно, успею? 28-40. Слова отвечаю, пацаны, чекайте. Даже на 3 секунды раньше сделал. Есть Тараска. Нафига ты с тучи выходишь? Ля, и убежал. Ля, и убежал. Ну, чё, гоу попробуем? 1-5. Попытка не пытка, друзья. 1-5. Оп, спиной поворачивайся, все, и стоим спиной. Лицом повернулся, ля, я крыса. Ладно, побежали. Ля, юда. Хорошо. Раска есть, можно поесть. Че, пацаны, боитесь, что ли? Ля, застилил просто. Это наглый стил. Наглый стил. Что происходит, да? Ляша, я тут творю. Все, спиной поворачивайся, стоит. Ля, ну что ты делаешь? Зачем? Я же все предугадал. Я видел это во сне. Ля, ты руинер. Я так развожу классно, блин. Да. Из-за тебя контент сломался. Сори. Да не сори нифига. Блин, так мансую там по кайфу. Прям, чтобы они все убились. Вы видите просто, как я нагло стою? Это жесть. Ля, убивает Сларка, да? Побежали в наглую. У нас Тараска есть. Вообще пофиг. Вообще пофиг. По базе гуляем. Вот это можно забрать. Да, там пол лица тычка. Пол лица тычка. О, Слардар погиб. Жесть.
ГГ. Ребят, ну не знаю, такая вот катка на свинюке. Если бы не инвокер, конечно же, было бы прям... Было бы прям классно, мне кажется. Было бы прям классно. Гоу, магазик еще за лотосом. Парни, конечно. Такое. Знает. Не знаю, что со свиньей делать. Жалко, что тут нет такого, что прям вот... Встать. О-о-о-о-о-о-о-о, хорош. Спиной поворачиваемся и отходим. Отходим. Главное, с тучки выйти. Ля-ля-ля-ля, пошло, вот оно, пошло, контент. Вот он, контент. Вот он, контент. Вот он, контент пошел. Ля, свинья сама развернулась. Ты меня не убьешь. А что ты инвокер с торнадо? Ля, пришел. Ну вот так вот, друзья, как-то не дали нам рампагу тут вообще. Ну изи, изи свинюка. Вообще, на самом деле, очень легко на нем плеить. Очень простенький персонаж. Легко все работает, прям очень легкие кнопочки. Ну и, наверное, пойдем next. Еще одну каточку сыграем. Ну, эта катка мне прям зашла, прям прикольно. И на самом деле несложно было играть. Друзья, поехали next. Ну что, друзья, поехала next. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я кайфую с этой свинюки. Реально очень интересный герой. Очень веселый. Берем сейчас сразу свинюку и бежим, ведь на нас контрпиков почти нет. Низ на Никро, Лайт и, конечно же, Легиончик. О них, конечно же, о Легионе я уже сказал. Ой, ну начинается. Это С4П он лагерь какой-то. Ах, все, поехали. Берем свинюку, друзья. Берем такой же билд. Берем два мангуса ВС. ВС и, наверное, пока ничего брать не будем. Хотя, нет, не будем ничего брать. Оставим билд так, как есть. Все. Поехали, идем хейл. Я топ. Дайте соло, парни. Лес пикните. Хотя, я говорю, всегда лес не надо пикать. Пусть лес пойдут. Блин, ну, кстати, карапасок будет душить, парень. Джаконда. Чаус. Я в лес. Возбус. Я топ пойду соляру. Так, ну что ж. Самое время поиграться с нашими оппонентами. Они будут думать, что мы дурачки, а мы будем аккуратненько бегать рядом с ними на лох-п и настакивать второй. Это классика жанра на этом герое. Вроде сначала ничего не бьет, а потом как начинает настакиваться. Начинает настакиваться, и все таки: о, нет. Ой, Стони Гиант. Вот Стони Гиант, да, нашего героя, это, конечно, страшно. Страшно, но у него мало армора, это значит, что со второго спелла он будет отлетать просто как вах, и все. И все, и нету Васи. И нету Васи. Сейчас будет потненькая катка. Посмотрим, что будем собирать. Возможно, будем собирать Abyssal. Специально, чтобы вы не слышали, как я кашляю, обязательно микрофончик надо выключать. Так, ждем. Че, ребята понапикают? Пойдем на рунку. И низ, брат. Или мид. Я топ соло пуса. Я соло выстою. Нет, мне соло нужнее. Ты изи сможешь фармить там. А мне будет тяжело. Я мид тогда, фантом мид. Базару ноль. Хорошо. Я топ тогда. Нет, я топ. Бля, монетку хотят забрать. Стакаем. Отходим, хилимся, стакаем. Делаем вид, что мы дурачки. Смотрите, как у него уже лицо отлетает. Парень понял, что дело плохо. Стакаем. Главное тут не прогулять, куда он пойдет. Все, убежал, да? Бля. Все, я тут не справился с управлением, как говорится.
Но второй манго я всаживать не буду. Не, все. Так, что там у нас есть? Берем манго. Возьмем стик. Стик сейчас возьмем. Подъем крепочков. Кини быстренький, он ножки маленькие, но он быстренький. И манку одну возьмем, ребят. И третий вкачиваем. Пойдем также. 2-3, 2-3, 2-3. Все. Эх, ля, не добил. Топорик тут возьмем. Тут полфри будем стоять, ребятки. Тини, наверное, на базу сейчас пойдет. Оп. Добили. Оп, добили. Добили, били, 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 били. Добили, били, 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 били. Вот это, да? Надеюсь, нам сейчас дадут ману нормально восстановить. Все хорошо. Стичок есть. Стик понадобится. ЕС будет у нас в память вторым. Сейчас тут экспириенс немного соберем с ребят. Опа, все, крипов они убили. Но я экспириенс немного взял. Хорошо, восполняем ману. Как 240 маны будет, тогда уже можно париться. Даже 200. Кинь, смотрите, какие хп имеет. Солринг делает парень. Крипочек. Оп. Рядом с нами погиб. Молодец. Спину фисуру дал. Мана есть, все есть. Сейчас стики апнем сразу. Нормально. Все, линия полностью наша. Чилим. Взял стики, не взял соул ринг. Кинь испугался, что я пойду дальше сейчас. Ля. Вот так вот. Хорошо. Все, найс. Стоим, чилим, отдыхаем. Вот нам мангус сейчас очень сильно пригодился в драке, друзья. Как вам? Мне кажется, неплохо. У меня там третий еще вылетел, видели, у ЕСа как хп. То есть получилось так, что третий сработал, потому что дэмэдж в спину превысил порог. И все. Также собираемся по этому же билду, если будет оверпотно. Посмотрим, что мы тут будем делать. Может быть, худ пайпович сделаем. Но сначала, конечно же, фейзы, чтобы можно было загулить и под, загуливать и под товара к нашим оппонентам. Качаем также 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3. Надеюсь, прокасты меня тут не будут убивать. Хотя они могут, это же тини с ЕСом. КП нужно в определенном диапазоне нам держать, друзья. Так, тини уже больно. Просто прогоняем с линии. Сейчас фейзы возьмем, чтобы мансануть, если в случае чего. Табор нам тычку отвесит. Эх. Фейзы прогулял я так, что свой. А там отход, да? Третий сработал. Сейчас фейзы ждем. И хилочку закинем на себя. Хилочку на себя закинем. Бля, кто отводы делает? Кто отводы делает? Кто у них лесник? У них лесник есть, что ли, да? Или нет? Ладничка. У нас залагал керри. Ничего страшного. Четырем выиграем. Четырем выиграем. Если это будет оверпотная катка, прям такая, что... О, нифига, банки. Вот что прям вот такие будут, то нормально будет вот так. Ставьте лайк, если понравились банки. ГГ. Лего, встань, мид. Встань, мид! Полза. Красавчик будет. Берем фейзы. Я чувствую, что тут нужна клака. Ну, пайпович. Нужно будет делать худович. Ля, там отличный артефакт. Прям, блин. А, лучше. Стань ми. Играйте. Да, играем. ФБ же было. Хорошо. А Тине нужно клаку будет купить и Зевс там, ребят, тут нужно будет пайп делать.
макро-понимание подсказывает, что нужно делать будет пайп. Чтобы было пофиг на кнопки. Добил криполя, я рак. О, третий сам вылетел. Найс. Берем поезды. ТПшечку. Есть их злостно топает. Хочу клаку выфармить, ребят. Руб какой, 6 левел, могут ко мне выбежать. Но спину меня не убьют. Меня могут убить, я так чувствую, сейчас на руб уже выбежал. Да. Хорошо. Развороте, покупаем клаку. Этому пацану еще. Вот так вот работаем. Спину бей, хорош. Только не в лицо. Это свинья, братцы. Хорошо. О, хилочка есть. Это свинья, братцы. Все, побежали на топ. Зарегенимся. Опять делаем, ребят, ВГ. Третий берем. За медло тут не нужно будет. У нас есть фейзы плюс ультимейт. Подстакивает. Мы тут в хардлайне, в тотальном. Поэтому душим. Душим. Ля, свинья шо творит, ребят. Раскачиваем второй, поехало. 10 стаков и по 400 урона мы душим. Сейчас в драке сколько стаков? 6 было. Этого достаточно было, чтобы убить. О, привет. Кудраться. Бочком повернитесь, товарищи. Так, там пацаны гуляют, давайте мы тоже гуляем. Да, я прям в наглую под тэшку. Он меня откидывает на ЕСа. Я могу сейчас тут сдохнуть, на самом деле. Бля, очень мало хп у меня осталось. Хорошо. ЕСа 20 маны. Бля, раскачиваю как... Отлично. Господи. Надо уходить, ребят, на ТПшки, наверное. Хила нету. А давайте куру подождем. Отойдем просто. Да, я просто насилую их тут. Аккуратненько мансую. Туда-сюда спинки, главное, поворачиваться. У нас очень сильное сопротивление урона. Очень сильно. Есть у нас ВГ, ребят. Хилочка как раз сейчас нам. Пока будем отпиваться. Так вот делаем. Эту штуку сюда. Все. Есть ВГ стик, это очень-очень много. 7-я минута, ля, просто овнач. Овнач. Четверочку, наверное, будем брать сейчас способность нашу. Потому что я сейчас чувствую, сейчас пятером нас будут уже пытаться убивать. Четверочку берем максимально. Сопротивление делаем оппонентам. Жесть, я там овнач делаю просто. Отфармливаем аккуратно. Уф, какой сильный Зевсур дал. Ля, я побежал просто, смотри на меня. Я свинюха, свинюха. Поворачиваемся спиной. Эх, не хватило. Стой. Держи. У меня еще есть кнопочки. Да, я быстрый, как свинья просто. Что со мной делать, да? Оп. Оп. Пичечка пол лица. Пичечка пол лица.
Оп. Да, да, они не знают, что делать со свинюкой. Они не знают, что делать с этой свиньей. Ребята, если сейчас мы сделаем фастовый радианс, я думаю, у них инфаркт будет. Жесть просто. Пацаны в шоке, наверное. Нам надо на базу идти. Маны нету, мангусы кончились. Манго, жесть, как помогают, ребят. Я вам рекомендую покупать манго. Хотя бы один, два. За игру очень много. Они вам помогут, эти предметы. Окса идет. Сейчас будет помогать, наверное, крипа бить лох-полох. Хорошо, топ я им снес. Пойду на базу схожу, таки. Говорили. 10 минута идеальные артефакты, я считаю. Но свиньей не тяжело играть. Вы просто должны рассчитывать. Примерно вы видите, ага, по чуть тык-тык-тык-тык-тык. И дэмэдж постоянно увеличивается. И аккуратно мансовать. И все. Бегаем вокруг. Вау-вау-вау. Как это видели, может, на стриме я тут бегал вот так вот вокруг. На легионе против урсы. Это было дико ржачно. Чиф. Это было дико ржачно. Тут контрпика, кстати, против меня нету особо. Гоу на низ, наверное. Если честно, на руб будет очень сильно досаждать в этой карте. Давайте возьмем мангу с один. Пойдем на низ помогать пацанам. Команда фидит, конечно. Я тут один солирую. Душить. Так, не пойдем, потому что там Нерубстан. А, все, Нерубстан отдал бы я. Можно бежать. Хорошо. Жесть, конечно, душит. Ман еще есть, да? Понял. Какой же долгий стан, жесть. Очень долгий стан. Неруб. Неруб это единственный персонаж, который будет мне тут реально жестко досаждать. Оп. Стой. У тебя что там, фейзы? Ладно. Я догадывался, что он может так вылезти сделать, но не думал, что он так сделает. Ладно, 3200 есть. Если сделаем радиенс фастовый, это будет очень хорошо. Где-то примерно на 16 минуте сакрет будет. Может даже раньше, не, на 13.30 сакрет будет, если мы сейчас в лес лезем. Ладно, выфармим. Свинюка очень сильно ману жжет, да, ребят? Прям очень сильно. Мне нравится манокос на втором спеле. Вообще идеально. Просто раскидываем и все. Добрый вечер. 3400 сейчас надо быстро на Б бежать. На топ ТП-шку давать. Оп, хорошо. Странно, что понтончик нас закинул. Так, юльчик делают. Они меня будут жестко кайтить. Тут нужно будет сделать лотус-орб. Лотус-орб, что? Моноберн в ответ можно будет дать. Что можно будет? Болты в ответ можно будет дать, по идее. Я не помню, болты они... Болт, по идее, можно. Лайтнинг также будет отскакивать. Будет, короче, очень круто. Так, берем такой же затар. Вот так вот делаем. Манку закидываем и на топ. Поехали. Мана есть? Можно поесть. Сейчас сакрет покупаем. Ес фармит. Бежим, 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 бежим. Ах, не успеваю, да? Ну, нет смысла идти, ес. Не дурачок, убежит. Так, 13.40. Тайминг. Мы прогуляли, да? Жестко 1-9, парни, будет игра. Будет очень тяжелая. 3700. Есик там фармит даггер, да? Так, 3800, 14 минута, да? Хорошо, хоть так. Главное уже купить. Первый раскачиваем. Хорошо. Рубчики бегают. Дружки наши. Надо бы кого-нибудь убить. Погоня за сакрадом. Бля, овнят там, да, ребята, внизу. У меня ТП-шки, как обычно, нету. Я топ пойду аккуратненько подпушивать. Аккуратненько подпушивать буду.
Так, 500 золота есть. Жалко, не добью. Хорошо. 1300 хп. Кстати, вот кто может напрягать очень сильно, это, конечно же, зомби. Жесть, шапалах, да? Опа. Да, шапалахи раздаю. Хорошо. Адик есть. Бешеный свин просто. Возможно, в Invisin Rub за нами бежит. Да. Да-да-да, я понимаю. Фу, я сам себе сучил этот спел. Ля. Да, на пацаны ФФ пишет. Видят свинью такую, ФФ пишет. Жесть. Я что-то один, ребят, играю вышел. Сейчас Октарин. Дефолтный просто билд Октарин, Радиенс, ГГВП. Вы что, сдаетесь? Жесть. Если б не Клака, кстати, я бы уже, наверное, раза два умер бы. Пешечку на топ. Неруб очень сильно ману сжигает, ребят. Очень сильно. Ладно. Гоу, мы сейчас по топу аккуратненько будем профармить. Пешка. Жесть. Ох ты, сколько крипов. Солбустер хочу. МХ. Понимает. Дизи погиб. МХ всегда лучше. С раками постоял лучший. Да я бы и с вами так постоял. Товарищ Зевс. Что? Оп, хейтеры. Хейтеры. Вот оно, ключевое слово. Есик соул имеет только. Это хорошо, когда у Еса только соул ринг. Жесть, как же ж они проиграли мне линию. Отлично. Так, Зевс, смотрите, девардит. Жаль, что промах убрали по варду. Что-то шквар. Пойдемте на рунку выйдем. Там Лего начал драку, да? Опа. Товарищ Неруб. Радик вырубаем, потому что сейчас карапас будет. Жесть. Ладно, иду на низ. Неруб, да, конечно, будет жестко доставать. Ладничка. Вот если бы не Неруб был, какой-нибудь простенький мидер, типа Лины. Хотя Лина тоже в спину. Догоном. Догоном своим Лагуновичем очень много вносила бы. Так, лесок. Пропылесосим, парни. Монетка, отлично. Вот тут стакнем сейчас. Подходим сюда раз, подходим сюда два. Три. Ломаем быстренько. Чтобы смогли реснуться некстовые крипы. Оп. Эх, не допилил того. Ля, я рак. Руб подвис под этот... Стоит чилит, пацан. Приветствую. Мегакил. Хорошо. Вы в гайде. Вы в гайде. Типа вы в танцах, знаете. Так, солбустер есть. Солбустер. Октарин дефолтный, ребят. Вы что, без Октарина никуда.
Без Октарина никуда. И в дэмэдж, наверное, что-то будем собирать. Я тут БКБшка бы зашла бы. То есть так, тавр. 140 урона, добрый вечер. Просто с руки душит. Паш, собираешь игру. Осуждаешь. Типов забираем, уходим отсюда. Ууу, солбустер вовремя. Нет. Радик вырубить, иначе карапас будет. Карапас, он уже нажал карапас. Все, радик включаем. И побежали. Жаль, нет маны, жесть. Жаль, нет маны. Жаль, маны нет, мне надо уходить тут. Иначе я тут сдохну. Жесть. Ману всю выжег, наверное. Сори, бро. Маны нет. Быстренько лес сейчас. Пылесосим. Тиммейт. Господи, прокачайся ты. Неруб, да, жесть, как карапасом напрягает. Толпой они меня из-за неруба могут убить, потому что у меня маны не будет второй стакать. Но сейчас Октарин сделаем, конечно. Надо Лотус Орб срочно. После Октарина сразу же Лотус Орб. Тогда неруб вообще ничего не будет делать. Блин, жесть, если б не Клоака, я бы уже рилил несколько раз умер. Сейчас мы продадим стик, нужно продать его. Возьмем ТПшку, вообще нужно будет тревел сделать и через Лотус Орба тут мутить. Потому что тут, видите, 1x9. Такая каточка, но ребята тоже стараются. Лего молодец, сейчас душу отдал, так сказать, за меня. Мужчина. Молодец, мне остается чуть-чуть до Октарина. Все, отправляем Куру. Магаз, сами бежим на линию, а сейчас посмотрим, тут крипы есть, я что-то прогулялся. Куру магазин. Крипы. А, есть крипы. Сейчас мы их задушим. Быстренько. С помощью Лотус Орба сможем Неруба перекрывать. О, отличная руна. Ригворл. Так, чуть-чуть остается. Пацаны, сори, я просто пробежаться. Такие слабенькие крипчики. Себя, кстати, радик не выключил, а потом умер от карапас бы. Хорошо. Есть. Далее Лотус Орб строго. Строго Лотус Орб, ребят. Можно сейчас попробовать подраться с ними. Но аккуратно нужно. Руп очень коварен. Станы. Мой герой не терпит станы. Нужно поворачиваться спиной. А сейчас, по идее, я буду хилиться как черт вообще. Можно пойти. Я пойду за бычу в наглую. Стакаемся без скорости. Не стоит забывать, ребят, про фейзы, что фейзы прерывают после того, как мы что-либо нажимаем. Поэтому желательно нужно настакать, потом нажать фейс, бутс. Тогда будет пушкой. Опа. Бро, ну это очень далеко. Все, ради, включаем. Пошло дело. Пиновец прокаст, хорош. Ля, душим. Лобалочка. Одна тычка. Хорош. Спину. Вот сюда. Там Неру ушел. Нарез. Ля, как же мне надо срочно этот радик вырубаем, потому что карапас будет. Карапас включил. Главное, чтобы он мне сейчас в лицо не бахнул бэкстебом. Руб. О, срочно нужен мне Лотус Орб от Неруба. Жесть, да, Неруб накаляет прям очень много магии. Пикает мне. Я регенюсь, мне в принципе пофиг, но сами видите результат. Неруб накаляет. Там опасно просто двигаться из-за Неруба мне.
Жесть, как же он, да? Сильный какой игрок на руби. По низу. Вот у сорт, в принципе, недорогой. Сколько? 900 и персики. Поднимет и все. Вот Lotus Orb, такие ситуации. Жесть, как нужно. Lotus Orb, такие моменты, жесть, как нужно. Чтобы Зевс и меня тоже поднял. За мной Нерук, наверное, бежит. Да. Вот еще. Вырубаем Руденс. Все, ГГ. Спина. Спина, хиль меня, пожалуйста. Пойдет. Ля, крыса. Если хорош. Вот она моя команда. Вот она моя команда. Хорош, мужчины. Так, персик. Я же без читов, так. Дайте ЕС. Просто ЕС тям. А у меня не ЕС, прям все тащат. Прям все тащат безбожно. Лол. Нерук реально, не скрою, очень сильно меня контрит. Прям очень-очень-очень сильно. Но сейчас... Сейчас все будет. Здесь чуть не сфидил я, да? Сейчас будет самое интересное еще впереди. Попробую просто как-то поиграть без читов, интересно будет. Без читов. Что, маны у меня ни хрена нету, но смотрите, сало убивает. Зевс, блин, достал, он просто юлит меня и все. Не верь. Врубаем. Оп, ля. Врубаем. Стонигиант аж покинул нас. Ля, вот такая вот катка, да, жестко душится. Сами посмотрите. Какая свинья у нас. Зе. Просто овнэнч. Я думал, тут будет пот. А тут вон как свинюка развалила. Нерук тпшится, наверное. Спорим, на Траксу побежит сейчас. Это единственное, кого он может убить. Бешка. Жесть, свинюка разваливает, ребят. Это жесть. Что за герой? Что за герой? Главное вовремя радик вырубить, все. Чтобы он не заруинил нам. Все, ГГ. Сдались, ребята. Трон сейчас лопнет. Трон сейчас лопнет. И не подумал, что я с читами, бедный, расстроился. Я даже на базу не ходил, у меня мана остановилась. Нерук под ногами был, с Роденса хилится, очень сильный герой. Просто хп, смотри, 1600 хп, очень мало. Давайте купим вместо Клаки ривер. Еще раз, блин, я не знаю, хочется что-то разнообразие какое-то, да? А я тут, в принципе, не дерусь. Я тут, в принципе, не дерусь же.
Можно просто таразки сделать и издеваться над ними. Реально, в этой карте был Рибер. Блин, я не знаю, на свинюка в домах это не то. Вот это вот свинюка, это то. А, он по 10 силы стягивает. Бля. Он по 10 силы стягивает. Вот оно чё. Вот оно чё. Вот он почему такой жесткий на зомби. По 10 силы тянет. Зомби первым надо вырубать, потому что зомби или очень много импакта вносит, он амплификацию дает. Амплификация это очень жестко. Сейчас мы Тараску выфармим, брат, с Тараской пойдем. Если за 6 слотов, задушим. Не знаю, если в урон собирать этого героя, то этот герой не будет такой жесткий, наверное, мне кажется. Ну, Радик это круто. Радик это круто. Дальше после Радиенса, типа, ну тут именно нужно так собираться, друзья, на этом герое. Это герой так нужно собираться. Как я сейчас собрался. Жду, когда они за мной в пятером побегут. А, в четвером. Тини подумал, что мы с читами, товарищи. Все, гоу, Тараска. Тараска офигенный артефакт для него тем, что мы можем спокойно, не боясь ничего, подзагулять, потом отойти, подрегениться и так по кругу. Да, по кругу очень классно и круто. Хорошо, есть Тарас, идем. Хорошо, Тараска есть. Хорошо, идем. Сейчас будет конкретный Вася файт. Поворачиваемся спиной, все равно он будет силы сосать, пацан. А я душу просто. Бомбу надо. Бомба, кстати, хорошо, что пофикшена в этой карте, типа тем, что... Да он силу сосет, 40 силы осталось. Ля, хорошая фиссура. А смотрите, как я его замедлил. Жирный, жесть. Спиной сразу разворачиваемся, чтобы хилиться. Просто спиной разворачиваемся и ГГ. Дальше пацаны ничего не делают. Жестко. ГГ. Yes. Ребят, такая вот каточка. Ну, легкая, реально, согласитесь. Неспроста я написал yes. Тати Ракви. Подписывайся. Канал, братан. Души. Две каточки. О! Где ранги? А пофиг на каком ранге, братан, вообще. А на А-ранге. Что на А-ранге? Я твои А-ранги еще сколько? 10 лет назад насиловал. Парень любит, как обычно, написать какую-то пакость. Хейтер, что сказать? О, Нэйч просто. Жалко, что не работал. ГГ, доносим. Ребят, ну такая каточка еще на свинюке, так сказать, законтрили. Законтрили мы. Папчик. Главное поворачиваться спиной, друзья. Спиной повернулся, изи каточка. Кастуй меня, догон. Форс. ГГ, ребят. Ну что, я не знаю, на самом деле, я думаю, вам более чем геймплей на этом герое сейчас стал понятен, как на нем играть, как на нем агрессировать. И, конечно же, друзья, наверное, я, наверное, сейчас фановую третью катку сделаю на свинюке. Чтобы вы поняли, как можно собраться еще в дэмэдж. Но в дэмэдж, конечно, не так профитно, как вот конкретно в эти билды. Но, тем не менее, гоу посмотрим, как это будет.
Так, ну что, друзья, третья катка. Сейчас будем жестко керри выходить. Башеры, доминаторы, сатаники. Ну, если честно, такое, доминатор, сатаник. Знаете, как свинья в основном славится? Свинья славится тем, что ты просто разворачиваешься спиной, и все убиваются от тебя. А вот когда ты сам убиваешь, да, он может убивать. Он может убивать этот герой. Может, через первый спелл. Через первый спелл может очень жестко убивать. Прям. Мама, не горюй. Так, ну что, берем дефолт на два мангусика, друзья. Да, я не устану эти два манга брать. Возьмем сейчас немного билд у меня. Вот так вот сделаем. И хилочку. Вот такой билд, чтобы выйти в стечок. Пойдем на хард линию опять. Будем опять мансовать. И будем выходить в дэмэдж. Что мы тут сделаем? Есть же. Чищ? Так, ну что? Ладно, поехали. И будем делать вид, что мы дурачки, и будем настакивать аккуратненько. Смотрите, какой у меня рот красный. Ау-ау-ау. Ладно, извините, я деградирую. Так, ну что ж. Томит. Берите. Эй. Нормально, можно писать? Эй. Просто эй. Жесть, я топ, парни. Лего, иди, иди, лес, я соло топ могу. Меня, наверное, так, меня зовут Санжар, давайте, Санжар. Вот так, меня зовут Санжар. Гджузенюч, гджузенюч. А тебя? Типа пифик Хена, да? Я думал, ты стример с Ютуба. Ля, Хеназис. Да кто? Хеназис. Так, он хочет забрать рунку. Мы тоже хотим рунку забрать. Ля. Попифик Сена. Он норм. Вроде. Не ракви. Пара. Let's go. Блин, тут как бы зашел бы тут билд опять через Октарин. Но Октарин это полюбе этому герою. Надо. Друзья, Октарин без вопроса вообще полюбе. Норм. Октарин 100% на этому герою берется. Без вопросов вообще. Бля, добило, прикиньте. У меня тут будет, короче, фермер, смотрите, в виде поленчика. Ля, Тракса добивает. Ля, руф фармер, короче, фермер. Но с ним, у него еще топорик, да? У него еще топорик, с ним вообще нет смысла соревноваться, кто кого перефармит, потому что у него еще и топорик. У него еще и топорик. О! Оп, заодно, ах, не подзабрал. Давай, бро, чуть позже начнем. Оп, потом кучка забрал. О, давайте, пацаны. Я тут, кажись, ну, я заберу. А, я не забрал, сдох. Печалька. Ничего страшного, пусть. В прошлой катке я ни разу не сфидил. В этой катке нужно немножко подфидить. Ля, задроты, да, там? Че? Зря полез, да, бро. О, да, сор. Так напишем. Ну, а чё, реально, зря полез. Ну, думал, достану уже. Он уже как достану. Ну, вообще, соло бы, линию было бы классно. Бара не помеха. Ладно, хорош фаниться, друзья, гоу душить. Там сильные пацаны. Героя нужно раскачать для того, чтобы... Душить по-страшному, а не просто ходить фидить. Возьмем сапожок. И задушим. Во.
лучшего. Я ее убью уже. Чувствую. Стакиваю. Сейчас еще раз. И еще один. Глупо, но это работает, ребят. Я не знаю. Глупо, настакивается просто и все. Но это работает. Так, не юзаем фласк, потому что нас догонят крипчики. Дарят. Возьмем сейчас аккуратненько сапожок. Давайте. Вот так вот. Закупимся и побежали. Да давайте, наверное, хилки пока... Да хилку не будем саживать. Аккуратненько вот так пройдем. О, почипой. Ты почипой, ты почипой. Давайте подстакивать. Бегаем, будем бегать по кругу, подхиливаться и подстакивать. О, мангу садим. Оп, хорошо, хилимся. У него скоро чарш откатится. Оп. Третий сработает. Хорош. Оп, смотри, что могу. Ляша могу. Ну, так и живем. Мангусик даже не потратили. Я специально смотрю, что можно, чтобы манго не жать сделать. Манку кинуть или там стечочек нажать. Хорошо. Ну, так и живем. Хорошо. Молодец, руфчик. Кстати, хороший руф на линии, ребят. Смотря на то, что он пытается фармить. Ну, на руфе, конечно же, грех пытаться не забирать у тиммейта фарм. Посмотрите на его урон. Сейчас вам покажу. Смотрите, 98 дэмэджа. Это очень много, друзья. Так, берем фейзы в дефолте, друзья. Фейзы в дефолте, тпшечку. И можно тпшку на них сдержать, если что. Че, гоу? Гоу. Смотрите, лох пол какой. Слайд. Оп. Пошли стакать. Оп, еще стакаем. Стакаем, пробегаемся. Пробегаемся, даем тычку. Окей. Так и живем, ребятки. Так и живем. Так и живем, парни. Так, а че в дэмэдж-то собирать будем? Мы же с руки тут должны душить. Хм. Ребят, я не знаю, а что в демо что собирать. Сию какую-нибудь, да? Типа, чтобы такие быстрые. Го сию, окей. Блин, я не знаю. Зашквар, да, конечно, сию. Сию собирать, чисто зашквар какой-то. БГ в дефолте. Блин, ну рили, вот так и хочется дефолт на этом билде делать, ребят. Ну, ТП-шечку. Нет, не дает ТП-шечку. Ля. Давай, окей. По-мужски. Эй, стой, мужчина. Мужик, стой. Мужик, ты где? Смотри, он где-то тут. Гол не угадал. Ладно. А он быстро увалил, да? Просто побежал. Ладно, госию какую-нибудь там. Начальную, да? А чё топ пустой? Погнали на топ. Берем Огоракс, ЦЦ, П и на топ отправляем. Мы сами на топ. Ты пошипся. О, мангусик еще возьмем. Хорошо. Блин, ну геймплей на свинюке это рили жесткая агрессия. Не знаю, фейзы берешь, бежишь, стакаешь и все, типа. Тебя никто не убивает. Какой же это сильный герой, недооцененный, друзья. Ну, эту каточку хочу в керри вам посвятить. Здесь все будет интересно и пушечно. Так, что там у нас? Мангусик, давайте манго завязаем. Маночку и все. И хилочку вот так усадим. Оп, отлично. Стики не нажимаем. Первое, что мы сделаем, это сашуяш. Сашияша это такой стандартный артефакт. Я его не люблю делать, но я его сделаю в этой катке. И давайте, можно сделать, попробовать дезоль. Или молнии. Молнии на свине это, конечно, очень страшно выглядит, потому что тогда меня точно бить никто не будет. Тогда точно никто бить не будет.
хорошо. Да, фармим, Саша, я же свою. Сэндж, выфармим сейчас и пойдем дальше. А то пятешка упала. Плохо. Фармить нам негде будет. ПП-шку на низ мы юзать не будем. Пусть ребята приходят. Там Тракса, кстати, очень больно бить будет. БМчик сделать надо будет против нее. И вообще, в принципе, БМ можно сделать в этой карте, я думаю. Сейчас мы выфармим Сэндж просто. Вообще сервируху можно сделать, лол. Типа, понимаете, как это будет выглядеть? Фига, кто мне звонит 12? А, мне звонит девушка 12 часов ночи. Алло? Да. Глоб-галав, да, это я. Здравствуйте. Я на самом деле сейчас в гайде, и вы позвонили так вовремя, что мы можем запечатлеть прекрасный звонок для нашей прекрасной аудитории. Да, вы как думали? Хорошо, я напишу. Давай, я тебя люблю. Целую. Ох уж эти нежности. Я ж немножко покраснел, как помидор. Так, Сэндж есть, ребят. Плевочек я вкачал. Тракса Маднес просто. Бля, Лина нас покидает, ребят. А, Лина к нам уже приходит. Без ВГ, конечно, да. Регена нет. Регена хп нет, крипы бьют больно. Не так уже приятно фармить. Сейчас придумаем что-нибудь. Можно вообще Silver Age сделать. Си. Давайте Silver Age манта там что-нибудь такое сделаем. Баш очень нужен тут по-любому будет. Баш очень нужен будет. Голд на низ. Саша, конечно, такое. Самый профит ТВГ. Самый профитнейший артефакт. ВГ сразу же. О, хорошо. Бля, там что такое? Гоу, иду. Сейчас задушу. Жаль, у трилли регена нету никакого. Я с руки сейчас убивать буду. Бара, прикиньте. Бара прибежал. Вот бара вообще не ждан. Ну, это бара, что сказать. Главное было этого забрать. Пацана. Вот видите, как билд решает жестко, да? Не то собираешь, же ВГ нет, и уже как герой. Ой-ой-ой, это очень громко будет. И герой уже такой, знаете, вяленький, неинтересный становится. А когда ВГ собираешь, правильный билд, а это такой фановый билд, который мы сейчас собираем. Опа, ГГ. Эх. Это такой фановый уже билд. Получается. Так сказать, не всерьез, но он повлечет за собой определенные действия. Душить меня будете? Саша, сработало две тычки, до свидания. Да, это тоже страшно. Третий. Хорошо. Да что с Линой-то такое? С Линой что-то страшное. Давайте все же сделаем ВГ, ребят. С ВГ, блин, хотя бы какой-то реген есть. С ВГ хотя бы какой-то реген есть. Гоу. ВГ, 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 ВГ. Я чувствую, что ВГ мне не хватает. Жесть как. ВГ не хватает. Хорошо. ВГ это моя регенерация и мои здоровья, так сказать. Ля, выхукал его, да? Сейчас мы ему лицо сломаем. Ой-ой-ой, кого ж ты так-то на дуэльку берешь? Кого ж ты берешь-то на дуэльку? Ля, он быстрый бара там бафнул, да? А нет, он просто с транквилой убежал. Эта игра будет веселой. Эта игра будет веселой. Игра обещает быть веселой. Ля, обходит волк, короче. Тесуру. Собака. Обходит. Волк, смотрите, куда пошел сфигить. Ля, крыса. Худ парень сделал. Да, будет жестко, будет интересно. Потная каточка будет. Так, гоу ТП на топ. Фармим тут. Делаем ВГ и также играем, только сделаем сию.
Вообще БМ тут очень нужен. Прям БМ тут овер нужен. БМ овер нужен. У нас там нет контрпика на меня. На меня контрпика нету, БМ сделаю, можно будет душить. Страшно. И тут тоже бы Лотус Орб нужен, потому что тут шаман будет дизейблить и пудж. Самые жесткие контрпик артефакты против пуджа и шамана, это, конечно же, будет Лотус Орб. Да, смотрите, у нас команда фидит, надо собираться правильно. Вот, пешку. Black to white. Прям как мой модератор. Так, третий. Раскачали. Хорошо. Ой, ТП-шка, пойдем. Эй, задыши. О, на меня бежит, что ли? Давай. Сладенький. О, БМчик есть. Мужчиночка моя. О, ну так, конечно, неинтересно. Молодцы. Пара БМ очень быстро выфарфа. Ну, будет очень интересно в этой катке. Будет очень интересно. Да, конечно, пожалел я, что ВГ не сделал. С ранним ВГ можно драться. Прям овер жестко душит. Давайте сделаем, наверное, сейчас ВГ. Сделаем БМ. И будем играть по их правилам. Но тем самым интересно уже, видите, когда толпой, когда не готов. О, Руф, кстати, у нас есть в команде. А шо ж он не закинул мне третий? А то я бы затащил бы там. Вместе, гоу. О, вместе. Топ. Сейчас задушим их. Лина ТП-шится, да? Я тоже 2 секунды прохнусь. О, сейчас мы им дадим отпор. Я стики даже не успел нажать, жестом столько дэмэджа хотел. О, отлично. Давай-давай. Видно. Свинина. Сэндж абсолютно useless артефакт для нашего персонажа на ранней стадии. Это уже, я думаю, вы поняли. Алина, все, лишь бы застилить все. Нажимает кнопочку. Молодец. 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 Дай мне пофармить. Алло. Какой же ты, блин, отвратительный легион. Не дает мне моих крипов в лесу. Я первый пошел. Он сразу. Эх, не добил. ВГ есть, в принципе. Го, ВГ есть. Сию можно сделать. Сию. Можно вообще сделать этот дизарм. Но дизарм это, блин, максимально в жир, если будем уходить, будет хорошо. ВГ это первый артефакт, с которого мы будем начинать. Go, Drax. Go. Можно вообще первым айтемом тут сделать лотос, но вообще никто ничего не будет делать. Ля... Ой-ой-ой, из боков прям. Давай подеремся. Убегать, 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 пока бар не увидел. Все, и на базу ТП. Жесть, я пуджа раскидал, конечно. Пуджа прям пострашно. Гоу 2 дефолтных варда ребятам поставим. Вот я пуджа там накидал, да? Башер сделаем. Я уже чувствую свой дэмэдж. Давайте 2 дефолтных варда. О, ля, да подойди к ней в упор, ты что-то ее боишься. Хотя у нее там дабл дэмэдж 400 урона, добрый вечер. Но страшновато, не вырубает. Сказать, посмотри еще. Ну, может сейчас, кстати, в Рошана пойти. Дракса. Медленно будем тут фармить из-за того, что будет отсутствие Радиенса. Она в Рошана вышла. Я сам там не справлюсь. Я не пойду на Рошу. На Рошу соло не пойду. Станом попал, молодец. Я заметил. О, еще мяско. Го-го-го. Это наш клиент. А в змей зашел.
Хорошо. Не могу направить. Хорошо, пойдет. Роша, 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 Роша. Роша. А, все, поздно уже. Блин, жесть, забирают прям по-страшному. Шаман, кстати, да вардит, молодец. Но я вардить тут не буду эту игру. Потому что у меня тут другая роль. БМ надо, ребят. Чувствую, что нужен БМ. Интересная игра, уже оппоненты посильнее мыслят. Я не делюсь, если сильверуху соберут прям. Видите, тоже. И как тяжело, да? Ломается у нас этот герой из-за того, что мы собираем не те артефакты, которые должны собирать. О, хорош, что ты сюда полетел. Мужчина просто. Хорошо. Бля, там еще Тракс. Не, это Б надо делать все. Это все дело надо делать Б. А меня тут закинают сейчас, просто закидают. А нет, я еще живу. Ходим сюда. СВП. Молодец. Я чуть не сдох. Был бы БМ, я бы мог побегать. Там есть у меня БМ, кстати. Молодец. Руф как подсейвил, прям мужчина. Руф. Мужчина. Вот так написано. Так, красавчик, да? Мужчина. Что там, Атракса, Ега, фазы и все. Сейчас мы тут победим всех. Сейчас победим всех. Жесть, как я его замедляю. Лотус надо. Жесть, как хочу лотос. Че ты в меня кидаешь, Dragon Slave? Я шо, оппонент тебе, что ли? Я ж тебе шо, оппонент? Задушено. Так, ну что, Сия в студию? Чешо. Знаю. Можем подраться, блин. Но там Аегис. Ага, ровно нет. Кто-то забрал. Только что там, только что. Чья-то нога пробегала. Прям только что видел. Нога чья-то пробегала. ЛТПшку купим. Пара чилит на топе. Давайте ТПшку возьмем на топ. Сейчас там. Что-то будет. Призрака я убил, башер. Башер будет там. Сейчас сию. Наверное, я не буду делать сию. Я, наверное, сделаю Лотар. Сильверейджевич. Сильверейдж возьму, сделаю. Сильверуха. Ребят, ну хелпуйте. Да, иду. БМ. Ля, надо. Ризрак просто первым спеллом уничтожил меня. Первый спелл у Ризрака бьет по основному атрибуту. По силачам просто нереально долго. Но я тут ФФ не напишу, тут игра будет интересна. В любом случае. Пацаны не вардят. Потненько. Потненько. Сильверуха, вот, Сильверуха. Молодцы. Сильверуха, ага, вот это плохо уже. Можно задушить. 1-5, 1-8, 4-3, нормально. Справимся. Главное верить. Тутуру, тутуру. Аегис надо выбить. Лина своеобразный билд делает. Сразу в октарин, наверное. В октагон. Блин, жесть, там инвиз, конечно, но дастов у нас в команде не будет. У нас все керри. Я не смогу и опсы, и сентри, всю хрень покупать. Да, там пайп подошел.
Это минус АЕ. Хорошо. Сейчас тут раздамажу. Пришел, смотрите, кто. И только не надо, дайте кнопки нажать. Жесть, вот надо лотос срочно. Прям жесть. Лотос, шаман пришел, ГГ. Я не сап, чтобы варбить. Так, брал. Шаман снял все. Молодцы, прям хорошо играют парни. А у нас чувствуется, что у нас нету таких парней, которые поставили бы варды. Даже я не хочу вардить тут всю игру. Парням вот это, ну, не кайф будет. Лотус очень сильно нужен нам сейчас. Прям по-страшному. Шаман как перекрывает. Шаман не сможет кинуть сетку, если я буду в лотусе. Да много спеллов там не сможет нажаться, если я буду в лотусе. Вот тут потная игра. Нужно будет сейчас правильно собраться просто и дэмэдж забросить, потому что если я буду собираться сейчас дэмэдж, это ни к чему не приведет. Мне нужно собрать просто правильные артефакты. А по макропониманию тут правильный артефакт — это лотус. Все. И изи катка. Лотус и изи катка. Я даже стики не успел нажать, потому что там просто я был в... Просто в сетке. 5 секунд сетки, и ГГ, я просто ничего не делаю. 5 секунд сетки. Это страшно. О, шаман идет. Пацаны в лесу стоят. Гоу! О, ясно. Все, я 5 секунд сетки опять буду стоять. Сейчас никто ничего не сделает. О, шамана поймал. Хорош. Хорошо. А ты в меня хочешь летануть? Под резерка нельзя вставать. Подзадушили пацанов. Где там Ring of Hells? White Stone, да? Ну, я фуловый. Как вам Камбуск? Ребята задушили командой просто. Правильную цель главное выбрать. Я подтанчил чуть шаманчик. На меня кнопочку нажал. И тут вин. Упасться. Варды бы. Да, вот это уже очень страшно, врубай. Нет, вот оно, что нежелательно. О, вот это желательно. Ой-ой-ой-ой. Почипой. Да почипой. Пару задушим, сейчас. Почипой. Не, дальше не пойду. Айс, ля, камбуцк, ну ты как? Как вам? Камбуск. Неплохо камбускнули. Неплохо. Почипой. Отстань, я не бизнесмен просто. Не, тебя на базу? О, сейчас. Так, ребята там задушат. Я не хочу там умирать, я уйду. Я уйду. О, хорошо, хоста. Пойду внизу задушу крипов. Плю себе лотуса и буду уже намного опасней, чем сейчас я являюсь. Могу уже спокойно шамана вытанковывать тогда. Шамана могу в принципе не бояться. И пуджа могу не бояться. Всех не могу. Могу не бояться всех уже. Хорошо. А, юкаю, да. Вот эта песня, пацаны. Юкаю, вот это. Смотри, там вон уже пара бежит. Хорошо, ля, там бегут просто.
Там бегут, 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 бегут. Не-не-не. Да, в кого ты прыгаешь? А, в шамана? Я очень далеко, бро. Ну, я тут типа подставляться точно не буду. Окей. У меня Натан Афмана просто. Все. Я бэк. Он без сильверухи меня атакует. Да ты умрешь сегодня? Я думал, он уже умер. Дайте куру, серьезно. Я догоню. Я побежал на топ. Ой, писурочка. Реально, просто арнул. Сию го. А, не, сильверейдж. Сию надо. Ложить сильверуха тут будет. Рошан есть. Покупаем сразу ресипи сильверейджа, и остается у нас только один крайний артефакт. Это, конечно же, наш прекрасный лотерсейдж. Да, жестко камбустнули, да? Шиба. Надо бежать. Мы не сможем его победить. Честь, он жирный. Я на базу пошел. О, один крипчик. Задушим. Все. Да, безродец, конечно, не так, парни, быстро фармится. Но а что поделать, что поделать? Жизнь одна, и фармить нужно либо с радиком, либо без. Угу. Смотрите, драка блейдмейлов. Кто же кого победит? Хорошо. Энергичная, интересная катка. Есть все, да? Да не убоюсь я бары. Который может на меня побежать. И траксы я не убоюсь. А мне ест, смотрите, бару дает. Бара жирный, кстати. У него очень быстро появились артефакты. Он молодец, очень хорошо нароумил. А я чисто тут так. Как кусочек кагеля. Просто погибшие два парня. Че там на Рошане? Здравствуйте, товарищи. Нет никого на Рошане, ладно. Молодцы, парни. Мужчины. Кайф. Кайф. Аю-каю. Аю-каю. Бара, наверное, бежит уже, да? Аю-каю, говорится как-то. Крипочка добил. Палец получил. Это когда ты вышел, думаешь, сейчас быстренько крипа заберу ластову и нормально будет. Сейчас я в драке буду как этот, чисто. Как чертоган. Эксперимент. Один на один, я тебя один на один вынес. Get easy. Челотус я первый дам. Фишки. Я смотрел. Сразу видно. Смысл этот эксперимент делать? Ты на меня побежишь, я на тебя побегу. Меня сразу стригерит. Фишки парень не смотрел. Вот так вот, подписчик. Сейчас уже лотар почти есть. Хорошо. Есть. Поехал. И что там? Thank you.
Да, обидно, что такие подписчики есть, которые не смотрят видосы. Так, ну что, гоу драться. Нет, башер next там, ребят. Next там башер. Стакаем второй. Вернее, ультимейт. Там вон они, пацаны, да? Так, хорошую забрали, да, у кого Его? Его у Ризрака. Плохо. Вот драку. Кажется, мы их можем обоссать прям на ура. Прям я уверен почему-то. Они пятером, мне кажется. Они бы так на ура не стояли. Бастов, естественно, нету там. Бастов нет. Хорошо, тут Ризрак. Ушел. Ризрак один. Он один, он один, он один. Он один. Он один. Вот он по карте увидел его. ПМчик включаем от пацана. Хорошо, я ему сейчас еще выключу. Спасибо бэкстебом. Хорошо. Пойдем. ЦГГ мне, походу, да? Отлично. Давай, давай. Эх ты, на траксе. А надо башек, парни. Ридрак идет. Банки нет. Так сам может прийти. Б. С траксой будет неприятно. Ладно, гоу. Ля, бара убегать сразу. Лучше пришел, ля. Даю лоту собрал. Энвис тоже есть. Все, найс. Хорошо. Кто там АФК? А, шаман АФК стелло. Неинтересно будет. Да, так уже не интересно. Шаман вышел. Блин, ну дэмэдж билд, ребят, дэмэдж билд неинтересно, рили на этом героя. Ну, это чувствуется, что дэмэдж тут не прокат. Видите, тут катка такая, что надо танковать. Танковат. Понимаете? Прям вот ты, когда жестко танкуешь на этом героя, ты прям чувствуешь, что со второго спела все отлетают. По-страшному. По-страшному. Так, видите, Октарин бы сейчас еще зашел. Октарин, и что еще? Больше нечего собрать. Кирасу там. Дэмэдж, блин, ну скучно. Дэмэдж скучноват. Вот это самый сок, когда ты бегаешь, настакиваешь и уничтожаешь. Пара дезоль. Ля, извращенец. Извращенец. Ты почипуй, ты почипуй. Вот это, как, понимаете, да? Так, хорошо. Хрюкает свиняка. О, привет. О, привет. Меня скушать хочешь? Оп. Бара бежит уже. На меня. Интересно. Почипой, да почипой. БМ не успел нажать? Ладно. Нажимаем все кнопки подряд. Окей. Оп, плюс. Привет. Вот этот парень очень жестко рубит. Прям насилует на самом деле. Блин, у меня отхила еще нет. Хрена. Жесть. Ну, конечно, луплю я не по-детски. О, Драурангер Болбац. Кстати, к слову.
Селина подбайтит. Сейчас Дроурангер 100% вылезет. 100%. О, ля, это что, байты были? Не скушаешь. Да, походу, байты были, действительно. А я умер, у меня нету эскейпа. Ля. Сентри, походу, тракса поставила. Жесть. У меня глаз дергается. Да, она гем взяла. Ля, она гем взяла, поняли чё? Вот она чё. Да, задротка на траксе, вы поняли. Для варды там. Так, собираемся. С мыслями сейчас пойдем дальше. Где? Траксу, если я найду, я ее убью. Она не проблема. Единственное, бары ей прибежит помогать мгновенно. Бары ей мгновенно просто прибежит. Если она сейчас на низ выйдет, она умертвая. Блин, Руф, вообще, аганим Руфа тут вообще не нужен. Не актуально, жесть как. Потому что... Б. Потому что там призрак будет просто рубить на низ. О! Боитесь. Я не боюсь Траксу. Ля, это ГГ. Это ГГ. Все убил. Ах, господи, не отпускает меня. Ты гем забрал. Хорошо. Help me. Блин, а в касты. Рано, не рано, а там варды стоят. Меня выхукали. Так, ну шо, проблемки у нас, ребятки. Проблемки. Траксу убили, но гем не забрали. Сейчас минус Лина будет. Жестко, конечно. Четверым проигрываем. Очень жирные герои. Если бы мне помогли, я очень... Блин, я не думал, что на самом деле, что я в инвизе, Тракса там достанет, меня просто выхукали и все. А там, оказывается, меня видят как-то. Гем был у Траксы на тот момент. Меня не должны были видеть. Дай ему юл. Стан и до свидания. Таля, ты убил его с первого лужа. Шо тебе это ультимейт? Ладно, ее право. Та-та-та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра. Че будем делать, ребятки? Что делаем? Рошан есть. У нас минус мид. Рошан нам не поможет.
Можем там просто нарочно умереть все, пятером и все. Плотно, плотно. Хорошо, нас забрали. Дроурангер. Хорошо, минус дроурангер раз. Он же на меня на ХГ Сайленс закинул. Емчик. ГГ. Ля, я бегу. Настоящий Ризрак, а чё ты такой криповый? Как крипчик. Оп, гемчик. Мид. Ля, душим, да? Лина пришла сразу же. Душим. Сейчас на миде тавр. Да, душим. Коблин Шрёдингера. Байбек. Ай, задушим сейчас там. Я фуловый, все хорошо. О, руф погиб. Погиб. Гоу. Го-го-го, бару. Бару я ему сейчас пассив кофну. Меня там не скушаешь. Хорошо. На себя подбайте. Не получится скушать. Не получится. Ля, как хотят они победить, да? Гем еще один слежит. Ля, нет. Гем. Выбили один. Не. Гем надо прятать. Один скинем. Так, гем. Так, салут делают. Ладно, побежал сам прочек. Поджагем, ля, помоги, помоги, ну ты чё, алё, чёрт, не помог ни хрена, засал Атраксу прыгнуть с БМом, жесть, ладно, простите, пацаны, хрен с ним. Вообще изи сейчас бы Траксу убил, а у нее ББ нету. ББ. Устах. Ем. Ты что, слепой что ли? Вон он лежит. Даже руф увидел уже. Так, у меня есть 3800. Можно сделать баш. Можно сделать кирасу. Тракса душит, блин. Что-то от траксы бы сделать. Блин, гем купили, кстати, против меня и против руфа. Жесть, прям. Не знаю, не знаю. Потная катка, да, братцы? Потная. Сейчас мы, наверное, сделаем... Блин, а можно вообще манту собрать? 4900. Тараска пудж. О, абиссал сделал. Вот этот, блин, Лего, конечно, кинул меня по-страшному. Сыр. 2 секунды до рейса. Давайте башер купим. Башер в Абиссу будем идти. Да, драка началась, да? Тракса его убьет сейчас просто. ПМ. Б.
Ghost не получится нажать. Он в БКБ находится. Глупышки. ЭдГГ. Оба, все умерли. У нас сейчас враги. Я тебе лотоса кину, бро. Жестко, парни душат. Легион просто глупый. Траксу, если прыгал, убивал. Молодцом. Лучше гем, это, конечно, жестко. Мы его сами, наверное, не убьем, блин. Он очень жирный. Бля, это что тут такое? Да, сколько ризрак понес. Есть гем? Нет гема. Ну вы держитесь. Ну, я с бэкстеба умру сейчас. Останись, побежи. Хватает от хила, да, ребят? Бежали на низ. Мы его убьем. Вообще убьем его. Он что там, 2800 хп. Ну, только что сыру. Самую пассивку выключу. Я его замедлю. Он как супрыгнул, хорош. Успею. Бэкстеп. Хорошо. Цеп. Жесть. Ну, замедляю как могу. Там еще и сия прокает. О, вот этот и зря тут близко так. Пашер вылетел. 360 урона, жесть как. Так я его разнес пацана этого. Раскатка. Вот на каточка, хрюкая свинечка. Абиссал сделаем сейчас. БГ можно продать, что там кераса, тараска, че. У меня не дофарм дикий из-за того, что в драках ничего не получаю. Сильвер, конечно, хорошая вещь. Против ризрака армор ему не даю настакивать, несмотря на то, что он уже настакал. Армор не продолжает стакать. Кидываем на крипа. Стакаем второй, накидываем на крипа, чтобы как можно сильнее дэмэдж возбудить. Так, 3800, пойдем заберем. Заберем сакрет с магазинчика. Го-го-го-го-го-го-го. Парни помогут, если что. Или нет? Я лицом повернулся, сразу сдох. О, там все просто с шипов погибли. Жаль, ББ нету, блин. Я лицом повернулся, моя сильная ошибка была. Ля, душите. И шо? Ой, не туда ты прыгнул. ГГ тебе, братан. ГГ. Тракса там живо. Жаль, у меня нет байбека. Я что-то полетел. Но у меня траволов нет, видите. Трипл килл просто с колючек дал. БМ, колючки. И Тракса, по-моему, в БМ убилась. Жесть, конечно. Я лицом повернулся, видите? Лицом повернулся. Потно, да? Там один игрок вылетел, финансы поломались, ГГ. Так бы можно было подфармить. Кура. Кура, кура. Лина, забери куру, пожалуйста. Давай, давай, давай. ТД. Полетел быстренько в магазик. Души, души, души. Да, не может. Блин, надо додуматься не может, что надо ТД нажать. И побежать. Ладно. Чилим. Ем. 1700 есть, ребятки. 1700 есть. Ждем, резаемся. Бабочка, смотрите, у Траксы.
Но фигня, она падает, у нее ничего не будет. 128, там у нее останется где-то 50 ловкости. Я ее просто уничтожаю под минус арморами. Жесть. Чап, пятером и гоу. Сна без ПП. Там сильверуха, правда. Так, у Пуджа гем. Да, потная катка. Сочно. Прям сочно. На низу фарм. Фарм. На низ сначала. У меня очень слабый арт на такую минуту. 52 минута. Но что поделать? В драках не выживают арт, дорогие. А, режет. Все, пошел рубить деревья. На низ опасно, на самом деле, идти сейчас. Куру, убери Лего. Умрет она. Опасно тут стоять, я ухожу просто. Побежать. Плевать на этот фарм. Слишком опасно. Отдефимся от хиги. От ХГ дефнем. Что там у нас? 1800 байбек, да? Дефнем, я думаю. Yes, риск кем хп. Ля, леги ГГ, да? Лего. Неужели он уйдет, да? Да под чипой, да под чипой. Ля, Лего ушел там вообще на кропаля. Поесть, можно поесть. Понимаю, да? Ест там. Ест, кстати, хороший арт. Сейчас будет драка. Мега деф называется. Мега крипы против мега крипов. Эй, цари прыгает. О, свинтуса поймали. Оп, лотуса нажали, все, гг. Ой-ой-ой, может эхо дать хорошее. Так, задушили. Отойду спиной, повернусь. Иду. О. Так, КД нажимаю, все. Хорошо, ляр, я задушил даблкил, просто с руки 400 урона, добрый вечер. Ща ему дам кнопку, пацаны. Еще обиссало сверху, БМ еще. Добрый вечер, друг мой, сладостный. Да, задушил. Я дефну. Побежали. Жесть, как меня выхукали, и типа это, знаете, на руку нам. 400 урона с руки душем, стакаем первый, второй, добрый вечер, и все. Жесть, сколько урона вносится. Писал, хорошо заходит. Кокерасу возьмем место. Вместо ВГ. Раз. Должно хватать, в принципе, косарь. Да, хватит. Вместо ВГ. Там я не... А, что там у нас? Сосал, чейн. Побыстрее, что ли. Лина там убила шамана. Есть кераса, сейчас попробуем. Агрессивным бегу в мид. Хорошо. 33 защиты. Прям лотус очень хорошо помогает. Меня пуш мог скушать, там много кнопочек нажалось. Бегу. Ля, надо туда уже бежать. Готов. Готов. Резче. Блин, ты на этих крипов гоу. Что у нас порезается? 5 секунд, да? А, так это не так. О, ребятки. Мы можем. Кажется, сейчас на Лего выбегать будет. Танцуем.
Ля. Души его, души, просто. Души по-страшному. Тракса. Приветствую, товарищ Тракса. Хорошо, ля, кушать будет, да? А у меня лотос КД. Оп, лотос нет КД. Уджа сейчас задушим. А, нет, не задушим. Спиной повернулись, добрый вечер. Не душите сильно, парни. Вы с руки бить. Да, жесть. Хорошо. Пудж байбэк. Если Пуджа сейчас убьем, будет очень хорошо. Он меня тут не видит, по идее. Хорош. Остакиваю первый на него. Жесть, 430 урона просто с руки, душиловка страшная, голтоп. Душиловка страшная. Я не думал, если честно, что игра эта так сильно затянется из-за того, что я ребилд этот. Из-за этого керри билда вышли бы в дефолтный радик, там и ГГ бы по изикат. Лина молодец, очень бодро отыграла, тут все в принципе молодцы. Легион немного, конечно, подводил, но в целом все молодцы, прям задушена. Пушка. Задушена пушка прям. Берем. Он шардик еще до кучи. Ля. Жесткая катка вышла. Так, ну что, там резнулись парни, можно задушить, да, говорите? Надо отойти. Почему тут сейчас все сдохли? Блин, в таверне. Блин, в таверне. Смотрите. Не-не-не-не, я не пойду уже. Можно добить барак быстренько и свалить оттуда. А, можно вот этого пацана добить, я думаю. Ля, я ему напихал просто. Я ему просто напихиваю, жесть, что с этим героем не так, с этой свинюкой. Интересно, Ризрак пойдет? И... Жесть, конечно. Блин, ну если бы не Латусенский, я бы, наверное, бы разка 32 сфидил бы. Его настакиваем. Линка. Братан, у меня спел, который изи сбивает Линка. Удушить его. Ля, сейчас что мы с ним сделаем? И Лина ульт, молодец. Ля, ты даешь. Ля, ты два раза даешь. Я бы сейчас дал бы им. Ля, не работает, да, бро? Оу, ноу, только не это. Допустите меня. А, я не знаю. Там хуки даже не попали хуком. Да почипой, да почипой. Хорошо. Жесть, конечно. Падку не хотят ребята отдавать. Что до последнего плеет. Мужчины просто. Ловим мужчин. Лина молодец. Ну, ультой умеет добивать. Красавчик. Жесткая катка. 60-минутка. Прям оверпотная. Что ты хочешь от меня? Це бежать надо. Це бежать. Шесть. Все, мега крипов сделали, пацана. Жестко. Рапира? Кого рапира? Надо никому рапиру еще. Жестко, БМ надо что-то заменить чем-то. БМ не помогает тоже, в принципе. Жесткая катка. Рили жесткая. Не думал, что такая катка будет. БМ и арморчик дает. Сатаник можно. Сатаник, типа, обжираешься и ГГ. Поехал. Сатан до кучи.
Сколько там косарь? О, у нас. Сюда, давай. Мы его быстро задушим. Отлично. Почипой, да почипой, говорится, как это дело. Так, продаем. Жесть, артефакты у меня страшные, посмотрите. Это жесть, что за свинья сейчас будет? Ля, я иду душить. О, но, только не интернет. О, но. Давай, рапир. Рапира. Мой рапира пишет. Эй, ну так не лагай, дайте карточку хорошенько закончу. Пожалуйста, уважаемый интернет, интернет-провайдер, разрешите мне карточку закончить, и все будет. Я буду вам прилетать. Сюда. О, видели, как я зачаржился сразу на бару. И сюда, сладкий. И сюда. Сейчас сатаник и бить его. Настакиваем урон. Армор стакиваем. Да, жесть, разнос. Разнос. Как же бахает эта свинья с руки все же. 450 урона просто, друзья. Вот такая катка жесткая. Я не думал, если честно, что эта катка перерастет из такой фановой в такую жесткую. Но эту катку я, наверное, оставлю. Вы любите потничок, интрижки. И, конечно же, эта катка вроде как подходит на полную интригу. Несмотря на то, что у них парень там вылетел на шамане. Но, тем не менее, парни все отлично сыграли. Было очень потненько и очень интересно, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Спасибо каждому, кто поставил лайк и кто подписался, друзья. Смотрите гайды. Если ждете определенный гайд, подписывайтесь на канал. И просто ждите. И не забывайте, что на канале уже реально очень много видосов. Уже очень много гайдов, которые можно просто зайти и посмотреть. Все, друзья. Всем счастливо. С вами был Ксеназ.